Ура! Так, привет, всем привет, ребят. В общем-то, мы наконец-таки закончили наш первый джем по разработке игр. Сегодня у нас будет отсмотр ваших работ. Будем выбирать лучшие, по нашему мнению. Да, я вижу, что тегните, пожалуйста, тех, кто еще не пришел. Вот, по окончании этого стрима мы выберем лучшие работы и отдадим их на, собственно, на растерзание нашим экспертам. Вот. Я надеюсь, что вы готовы. Мы будем потихоньку начинать, будем давать свой фидбэк, будем говорить, что нам не нравится, что нам нравится. Вот, ну, давайте, наверное, начинать. Ну, собственно, мы начинаем с самой первой игры Time Taker. Она у нас самая первая в списке. Это очень удобно. Нас встречает плашка. Сразу заметьте хороший саундтрек. Мне прям нравится. Только небольшие глюки с этой, с анимацией ходьбы. Ну, конечно, телепорт через... Просто телепорт, конечно, может напрячь иногда. Но вполне не видно. Так, головочка. Так. Следующий уровень. Наверное, нужно сначала сделать вот так. А дальше... Ага. Так. И нажать на кнопку. Переключаемся. Ждем, пока человечка ползет. Мне очень нравится сейчас саундтрек и графика. Сделан не бурно. А, вероятно всего я сделал что-то не так. Ну ладно, проверим сразу, можно ли. Так. Ага. Ну как обычно. Так. Ага. У нас тут нет никаких штук. Жесть, какой. Как же я иногда туплю. Так, ничего не понятно, но очень интересно. А, все, я понял смысл. Так, теперь мы перемещаемся на вовремя, да. Так, зона интересна, продолжаем. Так, жмем на кнопку, подбираем пульт. Да, надо нажать, наверное, и отпускаем пульт. Нажать F. Так, перемещаемся назад. Сыночка, корзиночка, перекрыть. Ага. Так, нет, как бы не было так. Ну, как обычно, игрок купить. Так. Очень странно, потому что, по идее, я должен был заспавниться в начале уровня. Продолжаем наше путешествие. Ну, я, как обычно, игровой журналист, не умею проходить игры. Всячески туплю, все вот это. Так, я сделал музыку еще тише, если кого-то это интересует. И, ну все, в принципе, больше ничего сделать нельзя. Да?
Ага. Я опять словил временной парадокс. Блин, я себя чувствую как такой стандартный игровой журналист, который тупит, играет на сверхлегкой сложности. О, я, кстати, вижу сообщения в телеграм-чатах. Это прискорбно. Да, их не пущу. Игра очень концептуальная. Я вообще не понимаю, как в нее играть. И это причем проблема не игры. Это моя сугубо проблема. Я туплю просто бешено. Вариантов попробовать опять отправиться. И вроде в первый раз я почти до конца смог пройти. Но в чем-то был так. Да, вот тут открылся, а выпрыгнуть я не могу. Если нажать еще раз на кнопку, то мы опять словом временной парадокс. Блин, я так никогда не продвинусь. Создатель этой игры, куда-нибудь отпишись, потому что я туплю просто невероятно. Мне кажется, можно на этом закончить нашу прекрасную игру, потому что я совершенно не понимаю, как ее пройти, и это явно моя проблема. Актуально, в общем-то, выключи музыку, пожалуйста. Прошу прощения, еще разок. Да. Я тогда игры буду ставить на минимум. Да. Так, хорошая вас слушаю. Можешь просто Unity Player поставить на минимум. Еще раз? Можешь просто Unity Player выключить, вот, по звуку. Да, я уже. Ну, так вот. Что лично мне нравится, это, ну, во-первых, то, что игра в целом концептуальная, причем обыграна вот эта вот история с... А меня плохо слышно? Ну, меня только вот этот странный баг с анимациями напрягает. Но это, наверное, связано с тем, что там просто два спрайта, это никак не связано. И если новый билд выкатит, то он будет наверняка исправлен. Я очень громко, да? Концептуально могу сказать только то, что мне нравится, как здесь обыграно. Мы поняли, наверное. Сейчас. Да, у нас просто еще параллельно комментарии от в нашем общем чате. В принципе, я сейчас попробую исправить ситуацию с тем, как разговаривает Артемий. Теперь мы должны быть уравновешены. Только, по-моему, не ты это регулируешь. Ну ладно, не суть. Мне нравится, как концептуально обыграны вот эти вот пересечения с самим собой. Как я понимаю, это сделано, скорее всего, на рейкастах. Вот. Выглядит прикольно. Выглядит просто интересно и... хороший, так скажем, закос для дальнейшего развития этой игры есть. Потому что если усложнить головоломки, мы видим, ну, это, что... возможно, первые головоломки. Да, да, а мы видим, что Олег уже не справляется. Вот. Вот. Как бы если это развить, то будет достаточно интересно. Для тех, кто думает, что лагает стрим, я могу сказать, что лично мне кажется, что здесь больше лагает игра на самом деле. Вот как я смотрю... Я это вижу так, что игра у меня не лагает. В том-то и дело, возможно, это ограничение Дискорда. Потому что он говорит, что стримит 30 FPS обычно через Дискорд. А если мы еще движем... Ну, а если мы еще на Твиче это... то у нас, конечно, лагает. Потому что у меня вполне стабильная картинка без лагов. Ну, в целом, отмечаем, собственно, игру. Достаточно интересная реализация с точки зрения непосредственно механики телепортов. Перемещение во времени, я бы даже сказал. Очень... Ну, да, не телепорт, а хорошо, перемещение во времени, согласен. Вот, но, честно говоря, ну, я, конечно, не дизайнер, но графика не совсем по мне, вот, ну, просто
Мне в целом нравится такой стиль игр. Это на любителя. Игра имеет свой стиль, скажем так. Да, да, а стили не спорят, если мы говорим про механику, ну, сделано интересно. То есть, если усложнить головоломки, то будет достаточно интересный геймплей, в который интересно играть. Вот, а еще если и Олег тут не будет, то вообще здорово. Это очень хорошо. Давайте меня всегда напрягало и напрягает в таких играх отсутствие нормальной кнопки выхода, но это обычно не вина разработчиков. Это именно, что такое нужно реализовывать, а времени обычно нет. Так, ну следующая игра в нашем давай списке... Ты будешь показывать, давай, пожалуйста, будешь показывать заодно страницу на iTouch. А, да. А, собственно, страница данной игры у нас Данил Кузин ее выпустил. Выходит она под Windows. И как написано на ее странице, Time Travelers, да-да, мой английский идеален. Time Traveler's Adventure, One Mistake and Destroy the Universe. Да. Ну, нас интересует здесь даже не сколько текст, нас интересует оформление. Все-таки может... Ну, оформление не полное, но имеется фоточка с названием. Я бы назвал это обложкой. Но она... Ну, стандартная страница на... И чё? В смысле, без особого оформления. Ну, давайте едем дальше, наверное, тогда. Ну да, едем дальше. Следующая игра у нас... У меня в списке Leaf. Так, и... Собственно, Leaf. Переводится как «покинуть», насколько я понимаю. Сейчас мы извлекаем ее из архива. Да. Так, это там деки. Вот. Leaf. Запускаем. Здесь уже есть. Пошла загрузка. Так, ну, сразу. Мы так. Сразу попадаем в игру без меню. Сразу это, попадаем, конечно, в игру, да. И не совсем понятно, что делать. То есть, например, при первом запуске игры я только потом осознал, что если лететь именно вверх, там будут встречаться, во-первых, метеориты, а во-вторых, вот такие порталы, через которые можно перемещаться. Еще, как по мне, слишком... Да, вот я уже умер. Тут, поскольку у меня очень высокое разрешение, у меня кнопки очень маленькие почти во всех играх. Это не проблема игр. Да, я, мне кажется, забыл выключить звук, точно. Точно, да. Надо не выключать вообще. Ну, или... Да, но музыкальное сопровождение мы уже заценили. Музыка сделана интересно. Да. В принципе, вот, теперь мы без музыки играем уже лучше стало. В смысле, всем. В целом, пока смотрим игру, хочу напомнить, что у нас есть номинация за, ну, номинация зрителей, и смотрите вместе с нами игры, и выбирайте игру, которая нравится вам больше всего. А потом мы проведем голосование. Ну, встречаются иногда баги, например, как рядом с синим порталом. Видать, он перемещался между порталами очень быстро, потому что забивал коллайдером. Это не важно. Так, ну, в общем, судя по всему, игра, если я правильно понял, бесконечная. Мы перемещаемся просто между порталами вверх. Оп, мы сейчас почему-то переместились ближе к началу. Ну, логично. Я понял, почему. Так, летим дальше. Вот. Играй. Перемещаясь в самые разные точки. И мы почему-то опять находимся рядом с Землей и видим какие-то спутники. Концептуально. А, это следующий уровень, вероятнее всего, был. Мы его просто прошли. Да, тоже не видно никаких переходов в этом смысле от уровня к уровню. Да. Ну, задумка интересная. Как по мне, очень-очень-очень сильное, очень неотзывчивое управление, потому что там я нажимаю на
Я нажимаю на клавишу влево, в смысле на А, но мы понимаем. И если я следующий нажимаю клавишу вправо, то очень неохотно реагирует ракета, останавливается очень медленно и при этом ускоряется очень быстро. Ну, это я надо могу просто как... артикулировать, тогда оно будет работать лучше. Потому что я могу сказать, как человек, который работает с Unity, я вижу здесь такой момент, что... Да. Сейчас произошел, кстати, баг, судя по всему, поскольку я пролетел сквозь портал, не переместившись. То есть, если разогнаться, некорректно работают порталы. Но это тоже из раздела багов, это кому как. Собственно, я могу сказать, как человек, который разрабатывает игру на Unity и вообще проекты, что мне кажется, здесь просто есть проблема с отзывчивостью rigid body и отзывчивостью физики. Вот. Также, да, возможно, здесь было бы, то есть, да, как Time Killer, тоже достаточно интересная игра, которая... Достаточно интересная игра, которую в целом можно поиграть, да, там просто сесть на 5 минут. Вот. Скинь название в чат общий, чтобы люди могли понимать. Чат общий. Давайте, у нас был админ. В Твиче, наверное. Еще очень странные цветовые решения. Например, я между зеленым, ну, из синего перехожу в зеленый. Из зеленого в синий. Ну, то есть, не совсем логично, потому что хочется как-то... Тут, короче, коммент на Твиче. А в чем смысл игры «Илон Маск просто летит»? Это, наверное, очень глубокий подтекст про течение жизни Илона. Он постоянно должен контактировать с космосом и от своей старой жизни. Он летит все дальше очень часто, напарываясь на неудачи. Да, я бы это назвала аллегорией на нашу жизнь, на нашу реальность. Это очень... сильное произведение, как вы сказали. Ну, я бы по глубинному смыслу сравнил бы ее с какими-то мастодонтами, там, Ведьмак 3, например, что-нибудь такое. Очень-очень-очень глубокая игра, правда. Мне уже нравится. Особенно вот эти переходы между уровнями, которых не совсем... Есть. Видать, хотели сделать несколько бесшовный переход между уровнями, но иногда, видать, происходят какие-то проблемы с подгрузкой объектов, и они подгружаются прям на лету. Собственно, я умер в том же самом месте. Так, в отличие от многих игр, есть волшебная кнопочка Exit. Мне не придется нажимать на Alt F4. Продолжим. Так, следующей игрой, которую я смог загрузить, начнем с этого... был Куб Сфер Коридор, потому что она до этого была в списке позже. Но у нас тут Shadow Girl, и насколько я помню, да, ее надо тоже, я ее пока поставлю, а пока у нас будет игра Куб Сфер Коридор. Продолжаем. Куб Сфер Коридор. Такс. Очень хорошо. Быстро распаковалась. Так. Собственно, запускаем. Экзешник. Да. Заценим музычку. Все, я даже закрывать его не буду. Но, насколько я помню, когда в первый раз играл, именно такая игра была во время процесса. Так что, в принципе, мы поняли. Так. Игра у меня почему-то подлагивает, но, возможно, это связано, в принципе, с моим ПК. Не сказать, что это какая-то дьявольская машина. Ну. Так. Очень хорошо... Собственно, подано, что надо делать. Потому что во многих играх, как я замечал, собственно, нет такого, когда тебе прям объясняют, что надо нажать условно. То есть тебя просто вкидывают в игровой процесс и вертикально. Кнопка Press E, огромная кнопка, ну.
Явно стоит попробовать хотя бы. Ну да. Тут... Ну, куб работает экстравагантно, его вращает. Но если попробовать, например, стрейфить, его просто везет по полу, пока он не начнет опять переворачиваться. Вот, переход между комнатами, ну, тут, судя по всему, камера воткнута где-то в проеме, и он ее переключает, когда мы оказываемся в какой-то зоне. Ну, по-моему, самый, CinemaCam, или как он там? Да. CinemaCam называется это что? Ну, мне кажется, достаточно... Это достаточно плавная камера, плюс могу сказать, что здесь есть эмиссия, ну, да. И это единственное, мне не совсем приятно. Понравилось ее расположение. Мне показалось, что лучше в таком случае просто на одну комнату две камеры, как бы в одном углу и в другом. Ну, то есть оставить первую там же, где она была почти. Сейчас, как объяснить-то. Ну, чтобы, когда ты переходил в другую комнату, то у тебя... Когда ты переходишь в другую комнату, чтобы у тебя, соответственно, что ж такое, сегодня у меня какой-то ужас со словами. Чепуха. Чтобы он тебе предварительно показывал как бы вид из другой комнаты, а не с этой камеры. Вот, например, из угла, в котором находится платформа. Или как раз из другого проема, то есть... Потому что очень близко камера оказывается, и это несколько пугает. Так, этот участок игры я тоже помню. Я примерно дошел как раз до него. И, собственно, так, да. Я дошел именно до этого участка, и, собственно, дальше я перестал проходить. Я перешел, по-моему, вот. Иногда, конечно, на большой скорости проваливается. Через объекты сейчас я поэтому проиграл. Ну, играется вполне живо. Но опять же, это происходит из-за того, что используется стандартная физика Unity. Ну да. Но у меня, поскольку, видать, еще параллельно включен Discord, то у меня жестоко лагает. Не знаю, как насчет остальных учет. Там, по-моему, нет платформы. Ну ладно. У меня жестоко лагает и... Ну и все. В прошлый раз, когда я запускал, было классно. Так. Что дальше? Мы видим... Угу. Мы видим мои кривые руки. Давайте проверим, есть ли тут меню. Нет, тут меню тоже нет, как и в предыдущих проектах некоторых. Это прискорбно, потому что мне оно всегда нравится тем, что из него можно... нормальным способом выключать игру. Что ж такое? Потому что у меня как-то вообще проблемы. На это в 4. Я морально не могу к этому привыкнуть. Это же бредяга. Так, пройдем. Хотя бы один раз. А то уже я устал не проходить. Боже, я рукожопый. Проще купить стримеру что? А, ну это да, я вообще не стример, никогда это не делал. И, кстати, насчет моего монстра, моей машины смерти, это, насколько я помню, MacBook 2000... Не помню какого года, на который у меня стоит винда, на котором. И поэтому... Ну, я не жалуюсь, в принципе, поскольку я не особо любитель новых игр, то как раз в старых у меня все прекрасно. Выпущенных хотя бы до 2010-го. О, да, новый левел, я, кстати, новый левел, там механики круче, не знаю. А, да, я отвечаю, кстати, почему-то на вопросы, которые мне передают. Мне передают вопросы, потому что не вижу чат с вами. Всем привет в этом чатике. Вам тоже привет, зайки. Так, я ползу, потому что куб не... решил не переворачиваться на этот раз. Телепортируемся. Ну,
как я понял, тут на каждом уровне новый дизайн специально. Это как геймплейная фишка. Угу, так. Ну, собственно, геймплей, если не понять, приходим на платформы, с платформ, еще куда-то либо. О, у меня, судя по всему, решило все отлагать. У меня более-менее поднялось количество FPS. У вас нет, наверное, у вас 30-ник точно. Так. Я, кстати, дошел до вот этого момента, да блин, когда появляется вот эта платформа. Мне понравилось. Можете, в принципе, любой вопрос в чат писать, я отвечу. Я вижу все ваши вопросы. Пару слов про игру. Лично вот мне нравится тоже как таймкиллер. Достаточно просто веселая игра, особенно весело смотреть, как я тебе прерву ненадолго. Тут меня сейчас напрягло то, что как бы участок уже пройден. Это либо такая фича, либо еще что-то. И, конечно, замечен символизм, что у нас с каждой комнатой у нас почему-то вырастают деревья. Выросли, точнее. Потому что в первой были ростки, а тут уже полноценные. Продолжай. Вот. Что еще мне нравится здесь? Прикольная концепция просто с кубом. Возможно, можно потом как-то внедрить головоломки в сам куб, да, то есть, ну, вот в эту вот зону вот, кубом. Возможно, авторы имели, ну, давали здесь какой-то глубокий подтекст. Да, из косяков есть оптимизация. Сложно объяснить, чем она вызвана. Мне кажется, она вызвана просто стандартным использованием этой самой. Как он называется, господи, экстрас для Unity по графике, очень да? Очень странно, потому что следующие уровни, такое ощущение, как будто уже пройдены. Ну, то есть я данные платформы... Попробуй залезть. Ну, вот, например, вот тут, судя по всему, пройденная платформа, вот в этой комнате. Если на нее зайти, то... Ну, даже если оно не пройдено на самом деле, и если мы залезем, сейчас что-нибудь произойдет, оно не произойдет, то это очень странно, потому что как бы как-то объяснить. Ну, в общем, обычно у игрока должна появиться привычка, что если он что-то сделает, то у него там, не знаю, откроется проход, там, дверь. Ну, условно, если ты воспользуешься отмычкой, дверь откроется. И вот если окажется, что, собственно, головоломки проходить можно, но они уже открыты, то это попросту странно. Ну, это объяснить, что они, если не действуют, а дверь уже открыта. Да. Если делать резкие действия, то проваливается он сквозь коллайдер. Но это ясно, почему. Это и в прошлой игре было, когда мы сквозь метеориты и сквозь порталы иногда проваливались. На самом деле, лечится это, для тех, кому интересно, просто проставлением всеми так любимого фикса дельта тайма, так, чтобы он нормально взаимодействовал. Потому что как раз-таки от FPS и от прочего в Unity зависит напрямую, как обрабатывается физика часто. Mm-hmm. И если кстати, вот этот первый уровень, на котором появилось уже целых две механики, ну, кроме того уровня, где можно было затормозить, на специальной платформе, тут я уже заметил, если спойлера, я уже заметил, что можно переключать порталы на Е, как, собственно, это было до этого. Я до сих пор не могу пройти этот кусок. Платформы так расположены, если вы заметите, что одна уже повернута, и если ее повернуть правильно, то я либо упаду, ну, либо просто откачусь назад. Что меня раздражает. Ну, в принципе, уже сейчас понятно, что потенциал огромен, потому что можно добавлять, во-первых, как бы новый тип головоломок уже не с шаром, а с чем угодно. Ну, это уже на фантазию авторов. Да, постоянные. Можно я, в принципе, уже выключу сейчас игру. Ну, пока параллельно с этим попробую пройти и что-нибудь еще скажу. Ну, также можно добавлять головоломки с момент с кубом. И
Ну и также на добавление механик. То есть, чем больше ты добавляешь, тем оно становится лучше. Прям, ну, это хороший каркас для игры. Дальше можно ее делать все лучше и лучше и лучше, пока уже не выльется в, ну, хороший, достойный проект. Собственно, Артемий что-нибудь тоже, может, выскажет. Ой, спасибо, даешь честь. Я почтен. На самом деле могу сказать, что мне лично нравится... Да, в основном мы уже Discord. Мне нравится количество механик, которые запихнули, и порталы, и какие-то перемещения, да, там, чаще по платформе, это здорово. Из минусов, конечно, оптимизация, вызвана она мне, как, ну, как мне кажется, именно все-таки использованием, собственно, постпроцессинга от Unity, потому что это не самая такая дешевая вещь с точки зрения производительности, если правильно не настроить. Я же правильно понимаю, что это, ну, связано с освещением, с рендером, да? Да, 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 вот с этими плавными, как они на первый взгляд кажутся, перемещениями камеры. Здорово, что не стали городить непонятно что, взяли стандартный готовый вариант с машин-камерой. Это прикольно, это удобно. Ну да, но сделана она правда хорошо, так что городить свою — это то еще извращение. Вот, именно мне все еще интересно, конечно, почему на логотипе QSC. Ну, да, тоже заметил. Кстати, покажи, покажи, пожалуйста. Да, сейчас я страницу тоже открою, я как-то забыл в прошлый раз. Да, прошлую страницу, давай быстренько. Лив появился, картиночка. Это прошлая страница игры, мы ее забыли открыть. Ну вот, собственно... Кстати говоря, вернись, пожалуйста, на ту страницу. Я думаю, мы поймем, о чем пытался сказать человек, когда писал про Илона Маска. Вот, между делом. Там, потому что инсайт был закидан про это. Вот. Так, ладно, прописаем этот пост, потом поставить ограничение. Да. Вот. Ну, что предполагалось, и, значит, в изначальном описании было... связано с Илоном Маском, о том, что он пытается свалить с этой планеты и т.д. Я это не особо застал, но помню, такое было. Да, сейчас мы это тогда наверстаем, например, вот на этой. Так, о, да, я понял, о чем ты. Так, ну, собственно, тут можно увидеть информацию. Так, это прототип. Несколько скриншотов. Ну, то, что мы видели как раз. Причем, судя по всему, там еще, если я ничего не перепутал, такое ощущение, как будто motion blur. Но неважно. Собственно, страницу мы тоже посмотрели. Ну, оформлена она как обычная. Да. Так, Black Lotus. Насколько я помню, она... Да, я ее не смог скачать. Сейчас мы это вот наверстаем. У меня скачалась игра Shadow Girl. Она была вот. И давайте ее тоже проходить. Насколько я помню, это одна из немногих игр, в которой есть четко выраженный сюжет. То есть... Да, вот она. В ней четко выраженный сюжет, который можно понять, прочитать. Даже не помню. Нет, услышать все-таки нельзя. Озвучки нет, но это... Озвучка это, как обычно, опционально. И то, что там, собственно, вот есть, это плюсик явный. Ну, сейчас мы это увидим, как только запустим. Так, запускается игра. Да. Есть у нас... Прошу прощения. Нельзя поставить на паузу, но мне нужно выключить эту. Мне нужно выключить звук. Да. Собственно, если вы не успели прочитать, то примерный пересказ таков, что наша героиня, не запомнил название, поехала с классом в Египет, оказалась на выставке. Умбра, да. Умбра. Так. У каждого экспоната были большие толпы. И, собственно, когда они находились вместе с классом рядом с каким-то из экспонатов, сейчас тут будет написано,
старинный кубок. Да. Кто-то случайно задел. Завязка такова, что кто-то толкнул древнюю реликвию под ноги Умбре, как зовут главную героиню, и Умбра уже, судя по всему, потеряла сознание, тут не написано, и попала в пустыню некую, уже в виде тени. Да, ну, видим, так, ну, анимации интересные. Так, ну тут, судя по всему, вот, я ее уже запускал, ну, анимации нет, это, конечно, минус. Ну, а, да, скоробей не прокликивается. Ну, собственно, тут смерти нет, тут, как обычно, три жизни, но единственная проблема – мгновенная смерть от шипов. То есть я застрял, например, и дальше уже можно было, типа, выбраться. Выбраться... Так, тут, судя по всему, появился уже первый баг, потому что я начинаю сначала, а игра не спускается. Но ничего страшного, мы попробуем еще разок. Да, вероятнее всего мы сейчас, да. Сейчас нам придется еще раз на это посмотреть. Заодно те, кто пропустили сюжет, могут его заценить. В принципе, сейчас можно позадавать вопросики, и мне его скинут, я на все отвечу. Сейчас как раз ничего не происходит. Уже то, что было. И, кстати, у меня к вам вопрос. А что это за логотип? Вы, наверное, видите мой курсор. Да. Кизуа. Он меня просто интересует, потому что это либо логотип создателей, либо что-то еще. А, да, я понял, почему у меня не появляются комментарии, да, я выключил телегу. Телега. Так, по идее, я включил телегу. Да, я включил телегу. О, а сейчас, по идее, я должен видеть сообщения, если они приходят в... наш чат. В принципе, я их могу быстренько прочитать, если там что-то было. Да. Там механики круче, да, все говно, неважно. Так, ну, в общем, кидайте вопросы, как вы видите, мне их передают. Так, ну, интеллект врагов тут простейший, как мы видим. Артемий, вы с нами, а то прям вас не слышно. Ты играешь, я пока. Да, ты с нами, все, очень хорошо. Ну, как видим, на определенном расстоянии враги перестают реагировать, что тоже как бы не в плюсик, конечно. Не знаю, как это назвать. Так. Тут реализовано, собственно, что мы реагируем с объектами, кликом на них. Поэтому тут даже создан курсор специально. Ну, как создан, перерисован, да. Что тоже является плюсом, потому что не каждый совсем заморачивается. Единственная проблема, я пока, ну, не совсем понимаю. То есть они нам дали вначале, как бы, главную завязку, то, что она стала тенью. А вот в чем смысл того, что она тень? То есть меня условно вот так же бьют эти, меня так же убивают. Все равно. Меня ровно так же, ну, что-то со мной делают. И почему-то я нахожусь уже в этом куске. Вероятнее всего, это некая система чекпоинта. Да. Наверное, еще. О, это к следующей нашей игре. Кстати, у нас некоторые игры выпущены на HTML5. Мне это очень нравится. Мне не пришлось их скачивать. Я не понимаю, как его пройти. Из вариантов, конечно, его забайтить. Чтобы он ко мне... Да. Чтобы он ко мне взял, подошел, а дальше я залезу на ящик и тупо перепрыгну его. Я гений.
Ну, баги. Баги иногда бывают. О! Это, судя по всему, завершение. Ну, игра на счет. Как я понял, один единственный уровень. То есть предполагается, что... Ну, по идее, должно быть больше уровней. И если добавить еще каких-нибудь механик, то станет классно. Артемий, вам слово. Только один вопрос на данный момент. Я, возможно, не совсем заметил, но я не совсем понимаю, какие же именно у нас были там... собственно, история, то есть в прошлом, да, у нас игры были порталы, были там, да, да, другие механики. А здесь я такого особо не заметил. Ни перемещения во времени, ни порталов. Да, были рычаги, но... Ну, судя по всему, был... Ну, во-первых, меня напрягло... судя по всему, это, типа, описали сюжетно, что она переместилась в другое время и стала тенью. Но геймплей тенью, по идее, почему-то не отличается от геймплея условным человеком. Это мини спрайт тени на, не знаю, там, Индиану Джонса, ничего не поменяется. Даже сюжетно. То есть можно поставить условного Басяна, который также появился в некой пустыне, причем он тенью не становился и также перемещается. Ну... геймплейно это никак не связано с порталами и искажением пространства. Так что не знаю. Но нарисовано интересно. Конечно, некоторые моменты прям хорошо сделаны. Зайдем на страницу. Кто-то сделал даже под... они даже сделали версию под WebGL и на Mac. Это хорошо. Да, давайте посмотрим страницу. О! У нас имеется даже полное прохождение. Очень хорошо сделанная страница. Да, у меня какая-то сегодня молчаливая аудитория, потому что Артемий разговаривает не часто. Я его еще плохо слышу. Может быть, у меня потому что Дискорд. Не, Дискорд на максимуме, казалось бы. А, ну все, не, я тогда сейчас... Я могу просто говорить громче, понимаешь? Вот не, я вас сейчас просто выкручу под 200. Так, ладно. А, собственно... Да, ну, собственно, это была игра Shadow Girl, продолжим. Подожди, дай ты хоть пару слов... Прости, извини. Дай ты хотя бы... Открой, пожалуйста, страницу. Да-да. Да, опять же, я лично не увидел. Просто сначала смотреть страницу. Хорошо. Мы сначала будем смотреть страницу. Вот. Что, собственно, вот я до сих пор не понял. Не совсем я здесь увидел какие-то механики, связанные с темой джема. Да. Поэтому, вот опять же, да, то есть говорил Олег, возможно, тут был заложен смысл про Shadow, про... но он не был реализован, просят подгранить. Вот, поэтому, вот. Вот как-то так, в целом, да, игра, да, есть геймплей, да, есть история. Видимо, уклон был сделан именно на... историю, собственно, как... На историю, да. На сюжет. Так что вот. Давайте, наверное, продолжать дальше. А так, в целом, ну, есть игра, есть... Ну, игра, да. Игра сама по себе, в отрыве от темы хакатона, в принципе, нормальная. Так, собственно, ой. Ну, у нас есть еще Black Lotus. Он у меня почему-то в списке раньше... Коцолотль, который очень нравится всем участникам нашего хака. Так что я, пожалуй, начну с него. Игра на двух человек, что уже несколько усложняет мне жизнь. И для этого в идеале потребовался бы второй человек. Но я обойдусь, я и один могу сыграть. Как бы моя шиза мне в этом помощник. Я сейчас позову Валеру. Сначала, пожалуйста, покажи, пожалуйста,
Да, вот, кстати, страницы. Ты можешь не раз... Интересный факт, может не разархивировать. Архивы есть. Ну, мне как-то вот морально проще, да. Тут, кстати, находится почему-то в отделе. О, боже. Там была. Ой-ой-ой. Ладно, давай, да. Давай вернемся, кстати, к шаду. Я смотрю об этом моменте, но. Да. Я сейчас, собственно, расскажу, в чем проблема. Собственно, в этой игре предполагалось то, что есть перемещение во времени, да. И даже я могу ее покажи еще... Реализацию. Покажи реализацию. Открой да. игру и покажи, вот как она работает. Только я видел даже где-то, ну, какая кнопка за это отвечает. Но проблема в том, что сколько я не нажимал на эту кнопку... Да, кстати, непропускаемая катсцена в начале. Если что, я тыкаю на все клавиши, она не пропускается. Так что меня это несколько напрягает. Ну, хотя если... Да, ну если сделать больше, чем один уровень... Вот. Во-первых, меня сейчас интересует реализация, а во-вторых, я не помню, что она работала. Потому что, собственно, когда я запустил игру и, возможно, даже увидел эту клавишу, в описании, что можно воспользоваться клавишей перемещения во времени, все дела. Я нажимал на нее и не помню, чтобы собственно, работало. Ну, или я не совсем увидел, как сказать, действие этой клавиши, потому что... Ну, я... Единственная проблема, я играл в ранний билд. То есть, вероятнее всего, оно либо не работало на тот момент, тогда мы сейчас это увидим, как оно работает. Либо еще какая-то проблема. В принципе, сейчас опять же можно задавать вопросики, потому что она непропускаемая, эта катсцена. А, ну, собственно, да. Тут еще картиночками, это я забыл как-то. Собственно, кто-нибудь напишите в чатик, какая клавиша за это отвечает. А, тут есть отдельный, во, все, прошу прощения. У нас есть отдельная escape-выход, так, помощь, один left-right. Так, Т. Кнопка Т отвечает за перемещение во времени. Кликание по примерам. Все, сворачиваем. Так, ну вот мы ходим, то есть у нас все работает, все работает. Теперь жмем Т. И ничего не происходит. Я не совсем понимаю... Ну, как бы, а почему? То есть, вот, я продолжаю нажимать на Т, там, во время ходьбы, просто рядом по-соседски нажимаю. Ну, эта клавиша Т не пропитывает. Разные буквы Т. Да, попробуем русскую букву Т. Это у нас Н на английской раскладке. Так, они обе ничего не делают. Причем у меня еще какая-то проблема с залипанием клавиш или еще с чем-то. Потому что у меня не работает это все. Так, ну попробуем, например, вот сейчас нажать Т. И опять же, я ничего не вижу, никакой реакции. Я даже помню, как я увидел насчет кнопки перемещения, да. Причем он не обновляет уровень. То есть он не перемещает врагов обратно. Поэтому, ну, условно, у меня даже камера не доползает, а ее уже убили. Да, очень багованная игра местами. Ну, собственно, претензии остались те же в итоге, что, собственно, перемещения во времени нет. Мне кажется, эта кнопка не работает. Нет, если... Вот, смотрите, есть у нас прохождение игры. Да. Прохождение игры. Возможно, в ней... Показано, как реализовано это. Возможно, в ней показано, да. Так, у нас тут имеется... Так, вот он отводит. Прекрасно. Куда? Ага, так, ладно. Ага. Вот тоже, кстати, это к вопросу о том, что у меня не протыкивались
не протыкивался этот скоробей, сколько я его не нажимал. А скоробей этот, судя по всему, нужен для перемещения во времени, да. Все, я понял, в чем моя проблема. У меня не протыкивался скоробей. Представляете? Так что мы сейчас тыкнем скоробея. Так, чекну заодно ваши вопросики. Они у меня вот. Инструкция с клавишами действий. Не. Больше вопросов не вижу. В принципе, вопросы можно писать не только в Twitch, можно в телегу. В телегу даже лучше, потому что я их прям сразу вижу. Артемий, ты знаешь, сколько нас людей смотрит? Потому что я не знаю. Сейчас ревью смотрит 20. О боже, нас кто-то смотрит. Ура. Да. Так что не останавливайся. Собственно, все пишите вопросики свои, потому что я устал. Я смотрю эту катсцену непропускаемую уже четвертый раз подряд. Мне страшно. Я, мне кажется, скоро могу цитировать сюжет, но подобравшись поближе. Всем пока. Ой, расстроена. Настоящий саундтрек. Не верьте остальным людям, которые говорят, что там не тот, не другой саундтрек. Так. Пробуем кликнуть в скоробея, что я могу сказать. А, да, точно. Я забыла о местных ботах. Надо вести за собой. За ручку. Ну, это я уже говорил, это минус, что боты иногда действуют по какому-то вообще непонятному скрипту, что они просто на определенном расстоянии ходят. Так, у меня теперь имеется скоробей, вероятнее всего, к вам потерпится. Но, как вы помните, я проходил даже без. Вот, пошло перемещение, мы оказались в том же месте. А, угу. Все ясно. Так, мы скинули коробку. Что это нам дало? Да ничего. Коробка не оказалась там. Мы просто не можем пройти. Так, мы переместились во времени. Тут и коробка есть, и эта штука целая. Там стена, ясно. Перемещаемся назад. Опля. Это явный баг камеры, потому что камера должна двигаться в нашу сторону, насколько я помню. Ну или игра решила вылететь, что невероятно. Да. Ну, по идее... Ну, теперь я понимаю, что тут есть механика перемещения во времени. Артемий, что скажешь? Ну, в целом, неплохо, если учитывать наличие вот этих, да, уже перемещений. Вот. Закроешь тебя? Чего сейчас? А, да. Сейчас закрою, да. Потом. Почему? Вот, ну не суть. Смотрите. В целом, уже поинтереснее стало. Вот. Ну... Потому что появились, собственно, вот эти вот перемещения. Возможно, да, они все еще чуть-чуть не оправданы геймплеем, потому что можно придумать интересные поломки с этим, но пока их нет. Вот. Кстати, поэтому... можно я, да, свой комментарий еще скажу? Я, кстати, на скриншотах ни на одном не увидел вот этого, ну, кроме разве что самого первого, не увидел этого скоробея в углу. Ну, а на том, на котором он есть, он очень маленький. То есть, плюс он не сразу прокликивается. Я даже не совсем понял. Ничего в игре не намекает на то, что этого скоробей нужно обязательно подобрать. Он, конечно, выделяется. Но если его в первую сразу же не прокликнуть, там, и, ну, или, например, как я сделал в своем первом прохождении, я в него укликался весь, то он тупо не подобрался. Я предполагал, что его можно подобрать.
то я подумал, что это какая-то очень странная декорация, и, собственно, не подобрал его. И даже смог так пройти игру, потому что, судя по всему, я... Ну, как вы видели, я в первый раз ее и прошел, собственно, без перемещения во времени. Поэтому, если бы такой предмет выдали в начале, это сильно бы упростило задачу. Потому что никто не говорит, что надо его подобрать. Ничего не подталкивает тебя к этому. С другой стороны, все-таки мы увидели здесь, получается, не перемещение во времени, это, наверное, все-таки искажение пространства. Первая игра, которая искажение пространства, в целом, да, хорошее начало. Давайте пойдем дальше. Black Lotus. Собственно, ты сначала покажи, пожалуйста. Поздняк. Мы сейчас посмотрим. Собственно, Black Lotus у нас имеется страница. Мы ее уже видели, в ней имеется правило. Так, один ход. Так. Ну, собственно, я эти правила уже видел, я их помню. Я уже пытался играть, и у меня даже получалось. Единственная проблема играется, конечно, она интересно. Сейчас мы увидим. Ну, сразу видны интересные решения. Например, интересный персонаж. Я его выделил курсором. Он идеален. Ну и, конечно, интересные надписи из разряда снова. Так, у нас сразу кидает в геймплей, и как я понял, что надо делать. Вот тут находится у нас индикатор того, кто сейчас ходит. Сейчас ходит зеленый. Кстати, эта моделька, по-моему, очень, ну, она очень известная, и она, по-моему, ее в блендере можно увидеть. Насколько я помню, это какая-то модель. Блин, я просто в блендере не очень разбираюсь. Если что, да, напишите в комментариях, как она связана с блендером, но я точно знаю, что напрямую связана. Да. У нас тут имеется 3 клавиши карты, двигаться и... Вот. Так и связано. Вот это. Самые обычные манки из шаблонов. В общем... В наш ход, ну, я буду отыгрывать обоих, можно нажимать либо двигаться, либо карту. Я нажал двигаться, и поэтому могу переместиться, вот, например, сюда. Я, кстати, да, и дальше с помощью этой клавиши передается ход. Я, кстати, не посмотрел, насколько далеко можно двигаться. Например, сюда нельзя. Сюда нельзя. Да, тут он ходит как шахматный король. Но теперь разберемся с картами. Карты, судя по всему, выкидываются из некой колоды, потому что они разные, как я посмотрел, они, ну, выкидываются по одной. Ну, например, шипы. Шипы, как я понял, это... Шипы ставятся куда-то, на любое место. Дальше. Вот мы играем за этого. У него есть портал. Вот портал. То есть он перемещает нас туда. Или нет? Да, он перемещает любое существо в любую точку. Собственно, мы в данный момент сейчас переместили вот туда. Продолжим. Следующий ход. Какие у нас еще карты появились? У нас, ну, опять же, портал. Это мы можем... Так, теперь... Нет, мы попробуем кое-что другое. Мы попробуем поставить шипы. Так, вот, у нас появились шипы, тоже отображаются. Передаем ход. Так, тут только шипы. Прекрасно. Продолжаем. Ну, прекрасный стратегический вариант переместить его прямо в шипы. И, как видим, тут у нас есть ХП, за которым можно следить, что, собственно, мы и делаем. Ну, в общем, игра явно на двух человек, так что одному играть я только свою шизофрению разовью. Так что я пойду на выход. Есть менюшка, что мне уже нравится. Тут, судя по всему, это рестарт. Это ресюм,
А это выход. Логично. Ну, мы выходим. Собственно, вот оставлю на странице. Артемий, вам слово. Так. На самом деле, сюда бы какой-нибудь фотончик бы показать. Вот, с точки зрения так, демонстрации настольной игры компьютера, то есть, да, в онлайн, какого-то, да, виртуального мира, все виртуальный мир, можно сказать, что, ну, в целом, задумка прикольная, есть тематика джема, по реализации, ну, не особо лагает даже, вроде как. Ну, именно, Олег, там... У Олега не тормозило. У меня даже у меня не тормозило, при условии того, что оно даже... У вас лагало сильно или нет? Потому что оно все-таки передает в 30 FPS. Сейчас могу сказать, вот у меня на трансляции не лагает. Плюс... Да. Не очень, конечно, понятно, что это за черный персонаж, но ребят, кто ее делал, доделайте, всем привет. Да, правда, очень хорошая. Если, ну, как я понял, есть тупо только три вида магии. Это метеорит, который я не показал, но он в любую точку на 4 клетки, собственно, скидывается метеорит. Он дает урон. И как я вижу, тут я такой вариант не отыграл, но он, судя по всему, есть. Что... Из-за искажения пространства вокруг поля битвы, убирая крайнюю клетку поля, часть магии может перенести на другой конец поля. Не знаю, как это реализовано, но, вероятнее всего, просто часть удара, так сказать, телепортируется в другую точку. Что очень интересно и, правда, хорошо сделано. Ну, в принципе, на этом все, наверное, с этой игрой, да? Да, давай. Ну, давайте, да, следующее. Так, если остальные закроем. Собственно, ну да. Дальше пошли у нас игры на HTML. Ну, дальше есть еще, конечно. Но у меня, по крайней мере, вот. Gravity Lab. Это, по-моему, игра была залита самой первой. Да, и вот, тут даже видно. За 21 час до дедлайна она была залита. При условии того, что мы дедлайн несколько переносили. Или он это учитывает? Ну ладно. Посмотрим страницу. Страница самая оформленная. Во-первых, изменен шрифт, это видно. Ну и во-вторых, сделано оформление. Это, наверное, так на всех HTML5 играх. Я не уверен. Если что, поправьте меня. Может быть, можно как-нибудь реализовать без всего вот этого дизайна. Запускаем игру. Да, нажимаем любую клавишу. Добро пожаловать. Ну, тут явно отсылка к порталу, потому что некий исследовательский комплекс, в котором мы служим во благо науки, некий неизвестный человек или голос с нами разговаривает. Ну, голоса нет, но предполагается, что некий рассказчик, скажем так. Собственно, что мы имеем? Мы имеем вот... Стандартное перемещение на AD, дальше на смену гравитации Shift. Вот. Смена гравитации Shift. Это самая главная механика. Я помню много таких игр, причем очень много из них было выпущено, например, еще сделано на весь экран. Да. Вот. Сделал на весь экран. Очень много таких... Очень много таких игр, насколько я помню, было реализовано на мобилке. Я прям точно помню, как гонял в детстве... Какой-то раннер бесконечный, насколько я помню. Да. Причем именно на моей системе есть еще некий баг. Возможно, на остальных тоже появляется. Как видите, в левом верхнем углу видно некий спрайт лазера. Так вот, на определенном расстоянии у меня почему-то они не отображаются. Причем вообще. То есть предполагается, что вот это углубление, в котором я умер... Вот это углубление имеет в себе лазера. Я сходила за лазером. Не знаю, о чем ты, как мы переформулируй, я твой вопрос увидел. Я отходила, где лазера. Также у меня нет... Судя по всему, у меня не отображается
ну, эффекты. То есть такие, например, как лазеры. Еще у меня не отображается дверь, потому что тут геймплейный участок заключается в том, что... Да, переключатель действует временно. Ну и, собственно, его надо активировать. Мы активируем, дальше мы, собственно, выкидываемся, и тут дверь. Через что мы прошли, но ее я не вижу. Так же, как и все остальное, возможно, она реализована как лазеры. Поэтому у меня именно, поскольку с лазерами проблема, у меня и с этим проблема. Поэтому лично мне прям тяжело ее проходить. Я не совсем понимаю, собственно, куда ходить нельзя. Но задумка интересная, потому что, правда, сделано хорошо и... Ну, как... Причем мне нравится, что даже сделана такая штука, как айдолье анимации, если вы понимаете, о чем я. То есть главный персонаж просто не стоит как спрайт, а качает головой. Очень, очень мне нравятся такие анимации. Это внимание к деталям. Оно очень хорошо сказывается на конечном, собственно, на экспириенсе, так сказать. Вот. Так, баги. Я уже какой раз это прохожу, но это оправдано. Во-первых, я, как вы помните, игровой журналист. Все игровые журналисты. Ну как, я игровой журналист. Я под него кашу своим умением играть. Проходим этот участок, активируем кнопочку. Дальше, судя по всему, вот там вот кусок с лазером. Но поскольку я на этот кусок наступил. Все, я теперь примерно понимаю, где находятся все невидимые для меня лазеры. Вряд ли вы их видите. Уже тянутся. Can you not speak English, please? You destroyed me by your English. Местечковое. Так, это что ж такое? Артемий, что-нибудь выскажите пока. Я прохожу, пытаюсь пройти, потому что... Я просто играл в эту игру. Не знаю, почему у тебя не показываются лазеры, они у меня показывают. Ну, да, это именно что на моей системе очень, очень странно, причем... Это связано наверняка с самим ПК, потому что на условном хроме я это дополнительно запускал, проверить. Мало ли, это как-то связано с моим Яндекс.Браузером. Простите за плохое слово. Мне иногда им проще пользоваться, чем перейти на нормальные браузеры. Так что... Мне нравится механика с гравитацией. Выглядит прикольно. Играть легко. Стилистика тоже веселая. Я играл в эту игру, когда не было еще... Когда еще не завезли нормальное управление. Это да. Управление, кстати, это отдельная тема, потому что первое управление, если кто-то не застал, мало кто такой вообще и существует, это, во-первых, там была реализована странная система. Для начала там был реализован переворот на пробел. То есть ты прыгал один раз, а дальше это было еще раз. И, как вы можете видеть, если идти, потом мы перевернемся, то я не меняю кнопку, то есть технически в уже перевернутом мире. Вот смотрите, я двигаюсь вправо. И если я ее не отжимаю, я потом также двигаюсь вправо, только уже перевернутый, то есть влево. Но во время полета это никак не связывается. В предыдущей версии, когда ты переворачиваешься, если ты бежишь вправо, то ты летишь, наоборот, влево, если ты оставишь клавишу. То... Менялось управление прямо на лету. Поэтому специально было реализовано, что оно инвертируется во время полета, что в разы упростило игру. И убрало один интересный баг, который я смог сделать. Это был полет
Потому что если вовремя успевать нажимать правильные клавиши, то персонаж из-за этого бага начинает тупо лететь. Как-то очень похоже на распрыжку кое-чем, потому что там тоже постоянно жмякать на А и Д. Хочу сказать про игру, что мне нравится, во-первых, что она сделана на HTML. Достаточно интересный, стандартный, но это в то же время прикольный. Вот. Могу также добавить, что мне нравится в игре то, что она проработана. Честно скажем, она выглядит как MVP, как минимальный законченный продукт, да. Вот проблема с лазерами, но это именно у Олега. Не знаю, у меня такой не было. Но это именно что у меня, да. Это не важно. Возможно, если она сделана на HTML 5, я просто не очень собираюсь в играх на HTML, но все же, возможно, там надо просто завести поддержку браузеров. Там же есть специальные методы, вставляемые блоки, которые об этом сигнализируют. Да не HTML это работает. А на чем это работает? Ну, по-моему, там даже написано, что игра на HTML 5. Не знаю. Я на странице точно, по-моему, есть. Я потому что прям видел где-то прямые тексты на HTML 5. На чем работает игра? А, в связке с JavaScript. Все, я понял. Ну вот, тогда становится понятно, почему она игра пропадает. Мне нравится, честно, проработанная игра. Она выглядит как минимальная законченная игра, в которую реально можно взять и поиграть. Да. То есть у нее к дизайну не хочется ничего добавить, скажем так. Да, она уже выглядит как неусловный там бета, какие-нибудь странно натянутые, которые в непонятном разрешении. Ну, некоторые игры этим грешат, что там видно, что это делалось в какой-то спешке. А тут хорошо. Мне все нравится. Вот. Ну, с этой игрой, в принципе, может закончить. Мы видели и страницу, и саму игру. Да, мы продолжим. Так, следующей игрой будет Кацалотль. Как вы и хотели, собственно, вот она. Вперед с песенкой, сейчас мы будем в нее играть. Так, Кацалотль. Тоже игра на HTML5, судя по всему. Имеется даже загрузка. Такая, ну, как... Не знаю, я просто не разбираюсь в таких играх. Это, собственно, это сделано самими разработчиками, это прогресс-бар и все остальное, или это, ну, как встроенный загрузчик, который сам показывает, что он загружает ресурсы. Да, ну, прекрасные комментарии, как обычно. Ну, такая небольшая простая страничка, да, HTML5. Тома в стриме. Да, и вы, кстати, видите, как мы там стремимся, если вы смотрите в нужный угол. Так, как мы видим, давайте я прочитаю описание, потому что мы все равно ждем, пока она загрузится. В этой игре вас ждет увлекательное путешествие по спине летающего в космосе кита в теле аксолотля. Сейчас. По техническим причинам это... код. Меня просто напрягает это предложение с точки зрения русского языка, потому что тут не сразу поймешь, что имеется в виду, что на ките летает кот, точнее, да, кот. Прекрасный саунд. Он тут звучит очень громко. Загрузчики встроенные, все понятно. Саунд мне нравится. Я уже из своей игры знаю, что это просто беспроигрышный вариант. Мы с таким саундом выиграли. О, у меня какая-то белая полоска, но она, наверное, связана с полноэкранным. Да, тут расширение, видите? Расширение тупо не вписывается в мой экран. Ну, короче, напишите в чатик, мне в оконном играть или с гигантской полосой, или прямо с полосой. В оконном играть, вот прям как сейчас. Но без полосы, либо на весь экран, но с полосой. Кидайте свои реакции в общий чат с участниками. Целых 3-2 человека онлайн. Или сколько у вас там?
Ну, я пока начну играть вот так, это никак не влияет. Так, на стрелочке можно управлять. Не знаю. Да, на стрелочке можно управлять. Shift или... Да. Я буду на Shift. Ну, собственно, я проходил. Так. Ну, тут, допустим, во. Очень странная анимация ходьбы. Меня, ну, она хороша. Ну, в принципе, нормально. Более-менее закольцована. Типа, к ней особых претензий нет. Вот только то, что у него глаза закрыты. То есть, лучше с полосой. Да, все, запускай тогда полный экран. А, о, у меня как раз запустилась без нее. Очень хорошо. Это, видать, какой-то баг был отдельный, чисто после загрузки. Ну, сразу видно, что некоторые текстурки в достаточно некрупном разрешении, причем по сравнению с другими, потому что, например, да, вот тут прям лесенки такие видны, текстурные. Ну, ладно. Собственно, мы начинаем проходить. Так. You can double jump too. Прекрасно. Ну, тут некоторые анимации просто друг с другом не особо связаны. Не знаю, как это назвать, потому что при прыжке кот глядит в какую-то другую сторону. При ходьбе он закрывает глаза. При беге он просто быстро это делает. Также с закрытыми глазами. Так. Продолжаем. Сейчас я вспомню. Да, тут еще очень интересные перемещения между уровнями. То есть, по идее, я как бы из шипов коснулся. Тут, если я вернусь обратно, я буду внизу, да. Очень странное перемещение между пустыней и пещерой. Ну, это, ну, допиливается просто там, не знаю, условной катсценкой. Очень хорошо нарисовано. Прям, ну, спрайтики нормально нарисованы, конечно. Вот лава не напрягает. Это, наверное, хотели сделать пузырьки, но выглядит так, как будто у бедной лавы эти прыщи. Скажем честно. Так. Вот тут внизу, кстати, немножечко, ну, это чисто ты до бедной игры докопался. Так, проходим. Угу. Ага. Во, точно. Я вспомнил. Я вот именно в этом месте никогда не был, потому что я сразу прыгал вниз. Собственно, там, где идет прохождение на другую локацию, вот в эту. Вот тут, кстати, встречаются порталы. Порталы тут встречаются... Ага. Да, я уже помню, как проходили кусок. А, ну вот мы, оказывается, типа с другой стороны. Вот. Это вся игра. Да, видать, у меня белая полоса, потому что туда просто была текстура не прорисована до конца. Вот именно вот в этом куске, потому что даже видно, что водопадик идет, а именно фон как будто не конца. Ну ладно. Так, у нас можно как-то обратно? Собственно, игра на этом заканчивается. Ну, Артемий, вам слово. К сожалению, меня забирает работа, я сейчас вынужден идти, но я позвоню. А у нас есть кто-нибудь второй? Я пока, в принципе, могу один пока. У тебя их теперь целых трое или четверо. Мне нужен... Давайте, ребят, меня улетайте. Надо... Улетайте. Сенит. О, вас слышу, товарищи. Что скажете по, собственно, игре Кацалотль? Которая очень интересно закончилась. Ну, я пока первое скажу. В принципе, очень большой простор. То есть вот этот этап с порталами, который появился... Ну, начнем с первого, с самого начала. Платформинг нормальный. Он сделан и с двойным прыжком, и нормальное ускорение. В первых версиях у меня, конечно, иногда подлагивало. У меня не всегда ускорялся вместе с прыжками. Но это чисто... Ну, это чисто небольшой баг, который, судя по всему, уже либо исправили, либо у меня руки начали. А, я музыку вырубил, потому что она очень громкая. Я ее могу назад включить. Да, она очень громкая, я ее уже включал просто. Да, тут музыка. Сейчас я ее включу. Ну, в принципе, все. Да там другая музыка.
В игре, в игре другая бан музыка. На стриме за использованием. Нам бан уже дали. Нам дадут. Дальше. Нам дадут, ну поэтому, да, я лучше. Ну нельзя нам музыку. А внутри игры ваша музыка? Ответьте в чат, пожалуйста. Потому что пока я это включить не могу, нам бан на Твиче дадут. В игре ваша музыка или нет? Я понимаю, что там другая она. Ой. Ну, простите, если не ваша музыка, то мы очень боимся бана на Твиче, а он будет, потому что уже вроде даже продвинули. Да, так что простите, музычку я потом отдельно заценю, она наверняка классная. Ну, собственно, платформинг я уже сказал, сделал нормально. То, что порталы появились ближе к концу, в принципе, сюжетно, я бы даже сказал, оправдано. Не знаю насчет сюжета, но оправдано, ладно. Там бесплатно, не бесплатно, все равно есть вариант, что просто так забанят, а потом уже буду проверять. Лучше не рисковать. Так что, простите, но музыку мы чисто вот на 2 секунды, чтобы вы поняли общий саунд. Общую тенденцию. Да ничего страшного, не надо извиняться. Бедная Шуша. Ну, порталы сделаны хорошо, все-таки перемещают. Я, ну, вероятнее всего, если будут следующие уровни, они, судя по всему, будут, то в них надо реализовать больше таких порталов и еще чего-то. Например, тоже смена гравитации. Это, кстати, очень хорошая механика. Она хорошо вписывается в наш хак, и она нормально вписывается в игру, потому что тут, конечно, дикие вещи происходят. Давай летающие в космосе. Слово, наверное, Сене с Томой. Происходит, зачем меня позвали, что такое, как дела? Ну, слушайте, мне очень нравится рисовка, очень все миленько, симпатичненько. Кит такой симпатичный тоже. А вот это желтое на хвосте, это, я так понимаю, такая тень от солнышка или нет? Нет, Тома, ты не понимаешь, это песок, это пляж. Это пляж. Я просто смотрю тоже, что ребята пишут в чате. Понятно. Не, ну слушайте, рисовки классные, да, но короткий нет, срок. Коллеги, Тома, я тебя перебью. Обрати внимание, кит летает в космосе, да, а почему вода с него стекает вниз, как будто есть гравитация? Что за дичь? И откуда облака в космосе? Ну я как бы не понимаю, что за несоответствие. Нужно как-то зарубиться по этому поводу. Зачем с того, что там есть солнце? Солнце освещает все вокруг. Облака из него, понимаете, это не совсем кит. Это вообще облака не... и солнце, ребята, облака и солнце. Все запомните, все, кто сдает, не знаю, что-нибудь астрономию, облака у нас появляются из солнца. Значит, с точки зрения космоса, да, то есть синее небо, у нас синее небо, это оно синее, потому что это атмосфера, с точки зрения, ну, то есть вот этого кусочка, может быть, немножко есть непродуманность. Ну, мы же понимаем, что это летающий кит, так что предположим, что у них там такая вселенная, в которой просто все синюшное. У них есть светящее тело, которое излучает синим цветом во все стороны, там поэтому всегда синее. И это вообще не солнце, на самом деле. Нас всех обманули. Ну, слушайте, может быть, это параллельная вселенная, поэтому тут синий космос или голубой. Так что, может быть, мы не правы с вами. Такие вы занудные, конечно, вдвоем. Не знаю, что на это ответить. Ой, все. Котика смена гравитации. Это хорошо, котика смена гравитации. Это мне нравится. Так, ну, собственно, с этой игрой мы, наверное, закончили. Она прикольная. Комментарии тут, как обычно, шикарные. Киберпанк может не выходить.
Так, продолжим. Следующей игрой, которая у меня именно в списке, у вас она наверняка иначе расположена, это игра La... Да. Это слэш, обратный слэш, абу, ри, большую букву, унтс, ух ты. Ну, короче, лабиринт по нашим. Так. Мне тут говорят, что распаковывать не обязательно, но почему-то мне проще распаковывать. Распаковалась она быстро. Так. Скачал специально себе 64-битную версию, потому что... Так. Мы сразу видим это. Запускается у нас с экзешника. Называется. Программа для запуска программы. Так, ну можно выбрать мое разрешение. Он так оставил. Так, графику не хочу на фантастик, хочу на фаст. Потому что у меня не идеальный компьютер. Фу, отстой, фу. Ну, фу, Unity, отстой. Так, в смысле? У нас тут почти все игры на Unity. Фу, все игры отстой. Ну, Unity, на самом деле, это хороший движок для того, чтобы сделать это довольно-таки быстро и много туториалов. Так что я согласна с тем, что они должны быть на Unity все, потому что у нас как оттуда довольно-таки коротким сроком. А вы посмотрите, какая жесть происходит. Мне уже нравится. Это просто отлично. Похоже. Смотрите, сейчас я вам покажу фокус. Вот мы крутимся вокруг столба, и у нас все меняется вокруг. У нас есть какой-то развернутый текст, который нельзя прочитать, потому что он развернут во все стороны. Погодите, может быть, это квест, и так и должно быть. Я не согласна. Не все ключи собраны. А, все, я понял. Короче, надо ходить по комнатам и собирать. В общем, если мы крутимся вокруг столба, то у нас, видите, меняется. Это, насколько я помню, реализовано не евклидово пространство. Это когда у нас происходит какая-то дикая дичь с геометрией стандартной, и выходит вот это. Ой, ну, слушайте, евклидово пространство, это, можно сказать, частично портал такой интересный. Ну да, порталами это, ну, технически это так и реализовано, что он чисто с помощью порталов, это граница мира. А туда ходить надо или не надо? Напиши, пожалуйста, потому что я так могу очень долго крутиться. Обратно, да, блин. Сейчас... То есть туда ходить не надо? Да ёбер. Что же вы сразу не говорите? Ухожу, брожу. Надо будет обратно. На самом деле, это интересная такая лестница получается, как это. Замка всяких. Сейчас заново начну, потому что ходить назад мне не камельфет. Так, ну, собственно, вот, мы вышли в какие-то комнаты, повращавшись вокруг столба. Ага, о, мы опять телепортировались в эту же самую комнату. Блин, мы забыли зайти на страницу, точно. Да. Простите, пожалуйста, я забыла о собственном правиле. Не собственном, да, ну, о нашем правиле. Что мы видим? Ну, по фактам. Да, по фактам. О, боже, надо найти два ключа, синий и красный. Лабиринт является множеством вершин в трехмерном пространстве. Чё? О! О, это крутой алгоритм, на самом деле. Мне он нравится в использовании. Игра генери... Ага. Я думал, что я просто новый билд скачал, потому что проблема в том заключается, что в первый раз у меня была несколько иная геометрия. Или не понимаю. Мне кажется, нет, не сгенерирован. Он... Да. Генерируется на ходу, не знаю. Перемещение вверх-вниз происходит вхождением. Да, то есть он просто перемещает нас по оси Z, ну, как бы в одной комнате. Все, я понял. Лабиринт каждый раз случайный. Ну, все ясно, да. Продолжим. Так, мы, собственно, ага. Вот мы, это основная комната. Вот тут комната с ключами. И вот тут, если ходить, бродить... Тут можно опять выйти в ту же самую. Да. Нам туда не надо. Это какой-то закрытый. Я так понимаю, красные это типа залоченное пространство, красные такие двери. Может быть. Так, да попробуй не... зайти, мне просто интересно, погоди. Попробуй туда зайти. Не проходит, в том-то и дело. Это как стены. Тут очень. Ну, если. Так, вот тут вот я вращаюсь.
появляются красные двери. Мне это не нравится. Значит, надо вернуться назад и вращаться в другую сторону. Если мы вращаемся в другую сторону, то ничего не происходит. Итак, мы на самом нижнем уровне относительно этой. Так, так, вращаемся здесь. Боже мой. Я вообще ничего не понимаю. Сюда вращаться нельзя. Туда можно? Да, туда можно вращаться. Вот, да. Мы, судя по всему, попробуй искать ключи, погоди. Там есть специальные, были красные 4 столбика. Попробуй что-нибудь с ними сделать. Да, а в том-то и дело, тут геометрия. О, я нашел синий каким-то образом. Но я просто ходил как бешеный. Потому что геометрия поменялась при выходе из комнаты. Это круто, на самом деле. Это интересно. Это, ну, прям хорошо сделано, мне нравится пока. Потому что, ну, реализация мощная. Причем, если он еще каждый раз генерируется заново, а он генерируется заново, это просто шедевр. Ну все, киберпанку можно не выходить. Как сказали уже в другой игре, в другом комментарии. Там не помню, какой точно игре, по-моему, это была игра. Погоди, вот мне интересно, погоди, мне посмотри на столб, пожалуйста. Мне интересно, что там за пятна на. Ага. Мне просто интересно. Судя по всему, это дев-текстуры. То ты, ну, то есть игра явно стилизована под такой, типа, тестовый уровень. И поэтому это еще круче. То есть. Не знаю, как объяснить, но оно. Тут очень нелинейная геометрия, и поэтому постоянно путаешься, потому что хочется применить какие-то стандартные знания из, не знаю, жизни, наверное. Что... Да из любой братинки даже игр. Ну, хочет, ну, как-то вот напрягает. Вот эта вот зона, которая выглядит как это, как туман, это, судя по всему, триггер. Почему-то его видно, видать, отдельно выделен. Мой красный ключ. Стоп, Олег. Назад. Так, теперь верни направо, пожалуйста. Вот. О, красный ключ. Супер. Так, да, спасибо. Вернула обратно на эту комнату, где, собственно, и говорилось о том, что ключи не найдены. На самом деле, если бы я не читала описание, я бы попыталась сделать с красными стенами что-то, типа, с красным ключом и красными стенами. Ну, это... да. Сейчас, может быть, тут можно. Проблема вот... Вот, короче, да, то, что я говорил, вот это, судя по всему, это триггеры. Там все работает так, что ты незаметно для себя просто перемещаешься, когда их нажимаешь, в другое пространство. То есть, не знаю, как объяснить, потому что я еще и кривобокий, но я смотрел целый один видос, как реализовать неевклидово пространство. Там делали очень интересные штуки. Одна из таких штук как раз была поднятие, ну, точнее, перемещение. А, текстура. Тут, по идее, должны быть двери. Кстати, должен получиться такой интересный мод на Stanley Parable, если вы понимаете, что это за игра. Потому что если допилить такую, ну, как бы офисную... О, да, мы прошли игру, кстати. Супер. Ура! Нет. Блин, игра правда классная. Мне кажется, из таких еще штук надо, кроме того, что у нас... Погоди, так, где есть моя фотка? Блин, ты слишком много о себе возомнил. Все, это... Уже не победит, понял? Все с собой ясно. Слушай, где мой курсор? Слушайте, игра классная для, ну, такого превью. В принципе, нормально, но я бы не сказала, что я бы в нее прям могла... Много ну, это скорее такая демонстрация возможностей, потому да. что пока в ней нету, собственно, контента, не знаю, как это назвать, то есть там нормального дизайна, это выглядит как такая технодемка, типа мы можем сделать, чтобы ты перемещался по оси Z в пределах одной комнаты, ну и все. Или, например, вот... То есть можно реализовать еще несколько механик с неевклидовым пространством. Как раз в том самом видео, одном единственном, которое я про него смотрел, реализовывали коридор, который изнутри кажется коротким, снаружи длинным. Ты через него проходишь, все реализовано через порталы. Ну, то есть, если добавить еще вот таких вот штук, которые не вяжутся с нормальной геометрией, и с которыми ты
себе мозг замучаешь. И сделать нормальный дизайн, как раз двери, которые не были еще применены в текстурке. И, блин, почему-то у меня недоступны такие моменты курсор. Я не очень люблю, когда супер мелкие кнопки, типа, мне кажется, с менюшкой можно было... Супер мелкие кнопки, потому что у меня очень высокое разрешение экрана. То есть, возможно, это еще выставлено вот тут, то есть, если я поменяю его, например, на 640 на 480, игра будет, конечно, летать, то вот это графен. Да, то кнопки нормального размера. Ну, потому что, по-моему, надо специально кнопки скейлить под разрешение экрана, чтобы всегда они на всех платформах отображались примерно одинакового размера, иначе выходит фигня всякая. Ну, собственно, игру мы посмотрели. Да, можем еще раз, да, заценить страницу, что размер лабиринта 3×3×3. То есть я даже... Да, там получается 27 комнат, но мы их не чекнули. А, да, красная дверь значит границу мира. Через нее невозможно пройти просто. Слушайте, мне нравится то, что, как бы, честно говоря, даже алгоритм, который использован, потому что, ну, мне скорее тут игра интересна с точки зрения механик внутри нее, чем как бы в самом игровом процессе. Ну да, то есть она, во-первых, генерируется, во-вторых, механика прикольная. То есть если ее допилить, сделать, например, как я уже говорил, некое подобие Stanley Parable, то очень хорошо в этом смысле вяжется офисы, потому что в офисах обычно очень много дверей. Вот как раз. То много дверей, можно даже им номера какие-нибудь давать. И как раз вот можно сделать, что тоже двери красные, двери белые, двери такие, двери сякие, ну и сделать побольше всяких таких ломающих голову штук. Например, там ты зашел в комнату по полу, а выходишь по потолку. Ну, то есть ты там каким-то образом так телепортировался, не заметил для себя, что ты уже на потолке. И все, что ты с этим сделаешь? Мне понравилось, что, в принципе, то есть, несмотря на простенький дизайн, и как бы он довольно-таки стильный и лаконичный, как бы мне зашло. Да, сделано, правда, классно. Мне понравилось. Продолжим. Следующая игра, которая называется почему-то АПК-1. Называется АПК-1. Это True the Portal от Псков Хак. Портал и пушки челлендж будущее. Да, зайдем. Ой. Мне, кстати, очень нравится этот комментарий. Если что, можно его чекнуть. Вот по этой ссылке перейти, да? Ну. Короче, по этой ссылке находится очень интересное видео. Всем привет. На котором просто находится туториал, как создать порталы. Собственно, каким им может воспользоваться кто угодно. И то, что эта игра, возможно, даже похожа по стилю, это ничего не значит. И так говорить людям, что, мол, ссылка на оригинал, мы вас разоблачили, это попросту глупо. Люди, не делайте так, пожалуйста. Вы тогда зарабатываете себе плохую репутацию. Так, я же даже... Ну, почему? Фу, что так не будет? Так. Я же даже излёг. Ладно, еще раз мы это сделаем. Мы люди не гордые. Так, вот. Мы имеем... Через GMXM. Так. Ага. В прошлый раз, кстати, она у меня лагала в разы больше. Видать... На данный момент поработали над оптимизацией. Так, я, насколько помню... Ой, тут очень удобный бинт-клавиш. Да, тут на клавишу 6 один портал, на клавишу 7 другой портал. Но поскольку у меня нету такой штуки, как нумлок, ну, в смысле, нумпад, да, с циферками, то... Погоди, это... портал, получается, он... Почему-то именно в этой зоне порталы реализованы так. Тут есть туториал, кстати. Туториал для тех, кто не шарит. Почему-то очень мощная сенса, когда ты с оружием... Погоди. Что написано? Давай посмотрим. Мне интересно, как это все описано. Да, вот, например, про порталы. У меня дикая сенса почему-то в этом месте, поэтому я тут
почти не двигаю мышкой, но на эти поверхности инвесты портала. Так, стрелять на ЛКМ. Уже идеально, я, пожалуй, выключу... О, боже. Вот, там же есть такая специальная клавиша. Мы все увидим. Так, я выключу звук, если создатель не против. Плюс тут даже музыки нет. Короче, перезарядка работает при любом количестве патронов. Это уже небольшой минус. Будет просто один if, так сказать. Вот. У, удары ножом. Прекрасно. Кстати, очень интересный, узнаваемый стиль. Его почему-то начали практиковать всякие разработчики на Android. Они постоянно делают, типа, шутеры от первого лица. Это не к, этим, не к разработчикам этой игры относятся. Это просто они паразитируют на таком стиле, и при этом они не реализовывают честно модели, а они делают там иногда 2D-спрайты даже, и вставляют это только в рекламу. В смысле такого, конечно же, нет. Ну, это относится даже не к нашему хаку, а чисто вот к рекламе плохой. Так, гранаты. Гранаты показывают... Показывается, что граната кинута. Мы ее видим. Очень это удобно отслеживать. Спасибо за это. Дальше. Е. Убрать оружие. Прекрасно. Вернемся назад. Джи бросил гранату. Мы уже сделали. Т. Осмотреть оружие. Ну, чисто такая кайсерская штука. Я, поскольку... Это прикольно. Играю... Погоди, это прикольно, потому что все-таки мы не забываем, что это как бы недельный хак. И очень короткое время для того, чтобы все это было сделать. Ну, то есть такие мелочи, в принципе, это классно. Даже, ну, даже вот такие. О! Кнопки от 1 до 1 регулируют ваше время. А что это? Я, кстати, не... О! Тут есть замедление времени. О, это прикольно, слушай, механика. В последних, ну, в самом последнем почему-то при этом такое ощущение, как будто у тебя с FPS-ом что-то происходит. Потому что прям, ну, очень замедленно это движется, что, да, а вообще вот на 5, если нажать, это остановка полное время. Вообще, ну, и может быть, я тут буду непопулярным, давайте уже какой-нибудь экшончик, пожалуйста. А, да-да-да, точно, это вообще-то был туториал, но мы сейчас из него тупо выйдем, и все. Короче, экшончик так экшончик. Левел 1. А, так, тут это проходится все на время. И поскольку у меня кривые ладошки, сейчас мы сразу же начнем проходить с помощью порталов. Да, блин, я включил замедление времени. Так, ага, мы вывалились. А можно сразу куда-нибудь? Нет, нельзя. Так, поехали. Так, платформинг, платформинг, через платформинг. Класс! Игра крашнулась. Ура! У-ху! Игра крашнулась, когда я решил поставить портал. Ну, это, слушай, бывает, как по мне. А, нет, это я идиот, прошу прощения. Это я... Помните, там была такая прекрасная фича про остановку времени? Ну, я ее активировал, короче. Я гений. Так. Да, блин, ну, не с моими кривыми руками в эту игру играть. В принципе, можно попробовать замедлить время и поставить... Я сразу вспоминаю, типа, про такие игры, это какие-нибудь очень жесткие платформеры там на телефонах были, там надо было, типа, не попасть в лаву, не упасть, все дела. У меня сразу такие ассоциации. Так, ага. О, я сейчас поставил куда-то его вверх, и если я смогу правильно прыгнуть, то вполне норм будет. Да, блин, ну... Кривые ладошки — это кривые ладошки. Вот так, я согласна с вопросами в чате, зачем нужно ружье? Если мы... То есть это... Да, по всему, в следующих уровнях оно пригождается, но я не понимаю, как этот уровень проходить, потому что я не вижу, где он, собственно, заканчивается. Я так думаю, это надо перепрыгнуть... Давай войдем, да, в какую-нибудь дверь. Давайте другой, какой-нибудь ближе к, ну, к серединке игры. Седьмой. Там должны, ну, или пятый, не знаю, по идее, там должно оно хоть как-то применяться. Так, что у нас тут есть? Гигантская штука. Я не хейтер, но просто тест видео. Не, ладно, не важно. Это я потом прочитаю. Так, опять минута, и опять надо что-то сделать. А что непонятно? Что требуется от меня? Да, я опять.
своего времени зачем-то. Ну, не знаю. Там. Да, я попробую попасть на вот ту платформу. Погоди, попробуй на платформу попасть. Все, я тогда ближе. Ну, например, девятый. В девятом точно должны появиться враги. Ну, потому что, алло, это же девятый уровень. А, мы еще и... Ну, термитеатр. Попробуй по ним стрелять. Ну, если по ним стрелять, то ничего не происходит. Я не знаю, почему. Так. Да, я потому что случайно переместился в 13-й. Тут, конечно, некоторые триггеры так расположены, что тоже полно происходит. Так. Поставил какое-то замедление. Пау-пау. Я Джон Уик. Что дальше? То есть, типа, я по ним стреляю, по этим фасолинам, а никакого отклика не дается. То есть я просто фасолины стреляю. Понять бы, что они вообще такое. Я это вижу за... то, что осталось кристаллов. Может быть, их надо подбирать. Да, их надо подбирать, и за них дается время. То есть сейчас я куда-нибудь туда закину, подберу вот этот, дальше подберу вот эту. Я замедлил время, потому что мне типа хочется это сделать. Это классно. Там, кстати, по идее, можно каким-то образом увидеть себя. Да, его поставить порталы. Ну, слушай, если бы были мобы, то я бы поняла хотя бы какие-то. Ну, то да, есть, это не мобы. Я не вижу смысла в ружье, и я не очень понимаю внутреннюю механику игры. То есть, как бы, здорово, что там меню интересно сделано. Например, у нас есть замедление времени, у нас есть, собственно, порталы. У нас есть некие фасолины, которые надо просто собирать. Такое ощущение, что ружье это... Такое ощущение, что ружье это какой-то другой ассет, который из другой игры шутера вырвали. Поэтому к нему уже сделаны, ну, собственно, и просмотры его, и возможность из него стрелять, и нормальные анимации. Не знаю, ружье пригодится в уровнях. А назови нам номер уровня просто. В каком именно уровне нужно ружье, и тогда я просто, ну... Не знаю. У кого музыка есть на сегодня? Сеня. Неприятно. Ну, в принципе, как бы, если бы вы прописали лучше... Ой, ты ж, блин, ну какой-то того. Это некая вторая зона, как они говорят. Тут, ну вот, меня единственное напрягает... Просто вырви глазный белый цвет. Он очень яркий. Капец. Доширак. Прекрасно. Пасхалочка. Блин, это просто коробка с дошиком. Изнутри. С дикой сенсой, как мы помним. И стволом. Боже мой, мы находимся в коробке дошика. Слишком похоже. Ну, правда, такое ощущение, как будто некоторые ассеты тупо набраны из других игр, в том числе это ружье. И это ружье просто добавлено, ну, для галочки. Я не понимаю, в каком именно уровне оно может пригодиться, если мы даже, запуская условный последний уровень, видим только фасолины, которые надо собирать на скорость. Сейчас, я прочитаю чат, если вы не против. Да, потому что, видать, активность, ужас происходит. Ну, слушайте, мне механика игры, в принципе, мне менюшка понравилась. Я не могу сказать, что я понимаю внутреннюю механику игры. В принципе, как бы, опять же, учитывая сроки, прикольно, но учитывая то, что вот тут даже как бы, да, порталы, как в Portal 2, соответственно, и вот это все, если бы это было применено как-то более оригинально, наверное, было бы круче, потому что я, честно говоря, просто, наверное, не уловила какую-то внутреннюю, не знаю, изюминку игры. Прикольно, но я, типа, в этом ничего суперкрутого не вижу. Ну, просто, ну, такое ощущение, как будто она набрана из разных игр, как такая сборная солянка. Типа, мы и это добавили, мы и то добавили. А итого это вместе не совсем сочетается. Да, ну, скорее вопрос в другом, в том, что все-таки как бы применение порталов можно как бы как угодно было придумать, что такое портал, а тут да. Просто взяли и другое. Механики с друг другом не связаны. То есть, если было бы какое-то удобоваримое сочетание, когда ты и порталы применил, и с пушечки пострелял, и по этим штукам побегал, и гранатку кинул, и при этом это, ну, то есть,
как это было оправдано? Потому что тут с таким же успехом можно, ну, что делать-то? Что? Сам себя развлекает? Друзья, я напомню, что есть такая штука, как геймдизайн, которая относится прежде всего к концептуальщине, к тому, зачем эта игра, что она и что показывает. То есть это некоторое все еще произведение искусства. И когда ты собираешь из разных кусочков что новое, ты должен понимать, что нового ты даешь этим миру. Ну, так что... Мне просто скинуть все это как бы тоже неплохо, но зачем? Ну, эти, например, грешат многие моды к играм, которые такие, типа, а давайте мы добавим какую-то новую механику, разработчики не сделали. А зачем там эта механика, например? Ну, вот, нафиг, ну, то есть бесполезно добавлять то, что не совсем будет работать с основным. То есть без этого ружья игра игралась бы так же. Причем я вам даже больше скажу. Если бы сделали еще нормальные, нормальные порталы на ЛКМ и на ПКМ, а не на 6.7. То есть мне приходится отрывать руку от ВАЗД, ну или как-то другую руку ставить, и набирать 6.7, потому что у меня нет этого нумпада. А в чем смысл тогда? Слушайте, смотрите, если бы применение порталов было более какое-то, не знаю, оригинальное, либо сами порталы были оригинальнее, я пойму. То есть у нас как бы все-таки задача это было порталы, да, и искажение времени, как бы, ну, вот это все, пространство, времени, ну, вот это. Заметил, вот давайте попробуем поставить, например, портал сюда. Портал на такие поверхности, которые смотрят вниз, нельзя ставить. То есть это убирает сразу, например, реализации такой штуки, которая была реализована в том же самом злополучном портал, как то, что ты входишь как бы в одном направлении, а выходишь в другом. А тут чисто горизонтальное движение. То есть с таким же успехом можно было бы в двери входить, там, в двери выходить, а с другой выходить, там, ну... Ну, слушай, это, ну, типа, это выглядит прикольно для, может быть, какого-нибудь MVP-шки, это, ну... Мне кажется, норм. Но так как, во-первых, не до конца прописаны правила, вот даже с тем, что вы написали в чат, что вот эти штуки надо брать, мы же не знаем, что их надо брать. Мы, может быть, их там стрелять причем их надо. У нас еще и пушка, и да, то есть первое желание их расстрелять именно. Первое желание не пытаться их собрать. Причем. Может, они... Потому что ты садист, я не знаю, просто так, ну, как бы, довольно странно. Да. Ну, короче, если бы были враждебные мобы, то было бы, во-первых, поприкольнее, во-вторых, бы тогда бы я поняла, зачем нужна пушка. Потому что сейчас я не вижу в ней смысла вообще никакого, и она мне, например, даже частично обзор закрывает для того, чтобы куда-то там прыгать. Да, и из-за этого еще и страдают, собственно, порталы. У нас главная механика не пушечки, у нас главная механика порталы. А если порталы у нас... на странные кнопки, то она теряет свой смысл. Мне проще по этим платформам ставить вот так на 6 портал, на 7 портал, вот ту вот, отрываясь от своего ВАЗДа, и поэтому я не могу ходить. Я могу вот так, например, сделать. Это я хожу в одну сторону и вот тыкаю портальчик. Ну, слушай, мне кажется... мы здесь по этой игре, наверное, все сказали. Это уже субъективщина, конечно, насчет того. Но в основном, да, игра как будто понадергана из разных кусков, и поэтому это вместе не особо сочетается, честно. То есть вместе это не сочетается просто. Если бы игра была несколько иначе скомпонована, то она была лучше. Ну вот, собственно. Ну да ладно, оставим это на откуп автора и экспертов. Да. Это экспертом, может быть, экспертом наоборот покажется, что это прекрасно. Да, я, кстати, напоминаю, что я вообще, это чисто моя субъективщина, все это связано вообще с моим ПК, там у меня нет нумпада, проходить я не умею, руки из жопы, все вот это вот. Ой, да. Собственно, продолжим. У нас дальше идет игра Киберпорт. Киберпорт, давайте зайдем на страничку быстренько. Ну да, собственно, управление вас, прыжок пробел, enter, телепортироваться по зеленой линии. Максимальная серия телепортов 4.
Читаем. Ну, получилось же годно добавить врагов, и Скар пригождается. Ну, пока врагов нет, Скар не пригождается. Так что я не знаю. Это пока это не, никак не сочетается. Простите. Так, все, мы сейчас распаковываем эту. Да. Киберпорт. Скажу честно, я когда в первый раз ее запустил, игра мне очень понравилась. Сейчас вы поймете, почему. Игра мне очень понравилась, блин, как обычно. Собственно, прошу прощения. Это больно. Выключи, пока у тебя звук. Да, я в процессе. Да. Собственно, что мне понравилось? Для начала саундтрек. Ну, вы сами слышали сейчас. Да, но мы сейчас продолжим без него. Собственно, да, вернемся обратно в игру. Очень мне нравится, в принципе, стилистика такая пиксельная. Ну, и сам... Ну, все это веет такими 80-ми. Вот... Я из таких игр как бы люблю, там, например, Hotline Miami, у нее очень похожая в этом смысле общий стиль, то есть и музыка, и все вот это. Еще из таких игр я проходил Katana Zero, если что, можете заценить, очень прикольная игрушка, причем она тоже связана с перемещениями во времени. Ой, да, судя по всему, тут игра на время, и, ну, надо собирать быстро эти... Слушай, мне напоминает это, я в такие игрушки играла на геймбое. Кучу. Ну, да, очень-очень интересная рисовка. Она такая с отсылками, в общем, на всякую. Ой, а мне напоминает Майнкрафт. Майнкрафт. Пиксели. На пиксели. Это не только Майнкрафт. Пиксели Майнкрафт. Вот это, кстати, мы пролезли через такие узкие платформы. Это, мне кажется, я... Такое. Что меня напрягает, это то, что в спрайт главной героини включен пистолет. Это видно, например, при прыжке. Ну, спрайт взяли чей-то готовый, ну, типа, то это можно понять, релакс. Да, что-то, да, не знаю, откуда спрайт, возможно, его сами нарисовали, но что-то мне подсказывает. Отпишите в комментарии создателей, если вы сами его нарисовали. Собственно... Ну, пожалуйста, не общайтесь там насчет агрессии. Ну, прошлая игра была, ну, такая, ну... Ребят, насчет агрессии, то, что, как бы, это нормально, давайте воспринимать критику здраво, без, как бы, обидок и так далее. Правильно. Все равно эксперты будут решать, кто, какое место занял. Мы — это чистая субъективщина, то есть в конце, возможно, наоборот, все окажется, что мы были неправы, и на самом деле это все работает. Возможно, вы выкатите еще более новый билд, и тогда в нем окажется, что все эти механики на самом деле работают. Но пока, вот как что есть. Что есть, то есть. Ну, мне кажется, или тут примерно тут торможение очень сильное постоянно, ой, да? Ой, не знаю. Кстати, очень странно то, что после каждого телепорта... Да, тут управление на Enter... Ну, что не сильно напрягает, при условии того, что тут не нужна мышка. Хотя мышку хотелось бы добавить, потому что изменение направления на ВАЗД, ну, конечно, отсылает к таким консольным, так сказать, проектам, когда там требуется, ну, на геймпаде чистого кнопочку нажимать. Я, поскольку за ПК, то... О, я сейчас такую вообще еще не понял, что. Так, я что-то подобрал. В общем, судя по всему, это игра на время, во-первых. Потому что в ней, если ты долго стоишь, ничего не делаешь, то ты умираешь. Есть некоторые... Может быть, это не на время, а может быть, это типа, как, знаешь, бывает в всяких Варкрафтах, ты типа долго стоишь, что ты садишься. Нет, тут именно что я сейчас, когда, собственно, в первый раз, как я умер, то у меня не ХП закончился, а именно что я стоял на одном месте. Но это ладно, это потом. Я вообще не вижу, где... То есть, у нас 3 ХП есть. 4 энергии. ХП, 4 энергии. 4 энергии — это, количество энергии. Это, судя по всему, сколько мы за раз можем прыгнуть.
потому что я прям вижу, как это количество энергии изменяется. Хотя это, ну, типа, если мы... Да, все, я понял, что смысл. Зелье восстанавливает и ХП, и энергию, а энергия уменьшается, если мы, ну, определенное количество раз, некую серию, так сказать, сделаем телепортов. Ну, проходится живо, конечно, хотелось бы добавить мышку, потому что с мышкой это становится, ну, как-то логичнее, что ли, потому что мышкой как раз удобно делать вот это направление движения. Коллеги, это классный качающийся платформер. А что-нибудь интересное здесь есть или это так чисто? Ну, чисто платформер? Ну, мне нравится в нем стиль. Насчет того, ну, насчет геймплея я сказать ничего не могу. Это чисто вот на ваше суждение, потому что, ну... Мне, вот мне просто интересно, это стандартный таймкиллер или как бы будет какие-то... Ну, выглядит пока как таймкиллер по одной просто, ну... Судя по всему, тут есть уровни, и он на прохождение как бы. Но ну, вот... слушай, уровни тоже разные бывают. Я тебе найду таймкиллер, где там есть 500 уровней, не знаю, всякие штучки, предметы. И чё? А, мы сейчас умерли просто при окончании. Оказалось, что мы... Уже появилась надпись «Well done», что мы как бы уровень закончили, но... Не слышу. Да, пока, конечно, выглядит экстравагантно. Прикольно, но мне не нравится, во-первых, что торможение, вот реально постоянно торможение, я сначала даже не поняла, как, что такое портал и как Олег его использует, честно говоря. Вот. Такого, что, то есть... Как это было, например, реализовано в той самой Катана Зеро, которую я упоминал, у которого тоже скорый стиль, что перед некоторыми действиями как бы вся игра замирает. И в таком случае логично, что как бы мы остановили время, мы выбираем, куда телепортируемся, мы телепортируемся в это место, и все. Ну, то есть понятно, почему оно останавливается, чтобы, как бы, эту механику упростить. Потому что иначе примериваться, до куда нам надо телепортироваться, просто невозможно. Ребят, напишите, создатели игры, в чат, как бы, это таймкиллер, или, в принципе, это просто MVP-шка, тут реально уровни будут и так далее. Да, и напишите, пожалуйста, кто это рисовал, то есть вы сами или это, ну, какой-то осет. Потому что прям сделано, ну, так видно, что с душой. Мне, ну, мне, во-первых, такое нравится, опять же, субъективно, как я помню. Но то, что мне нравится, не отменяет того, что это классно. Давайте узнаем самое главное. Мы посмотрели весь функционал или тут еще что-то осталось? А, тут есть, да. Вопрос к создателям. Есть ли тут еще механизм? Вот, смотри, то там в какой-то момент я умираю, и в этом проблема. Если там... Создатели, скажите нам, там есть следующий уровень? Потому что если его там нет, тогда понятно, почему я дохну в конце. Казалось бы, я и зелье нужное выпил, которое я, собственно, подобрал предварительно, и все у меня должно хватить. Но при этом я дохну, скажем честно. Ну, слушайте, с одной стороны прикольно, с другой стороны, во-первых, ну, понятно, что это как бы MVP, опять же. Но если я вижу, что вот это дома уплывают почему-то наверх, и как бы тут вниз, наверх, вот это не особо понятно. Мы просто переходим. Ну, в общем, игру, в принципе, можно это выключать. Мне понравился саунд, мне понравилась рисовка. Надо, да, кстати, вопрос до сих пор открыт, я, конечно, не увидел ответа. Даже могу письменно задать вопрос. Кто делал рисовку? Рисовку... Cyberpunk. Собственно, этим она меня и зацепила изначально, потому что она этим классная. А вот что в ней есть еще, кроме клевой рисовки, ну, клевого, ну, и в том числе клевого персонажа, и клевой музыки. Порталы реализованы странно, потому что там, во-первых, управление... Собственно, не портал, а точнее перемещение. Я бы даже сказала блинк, как говорят некоторые особо. Что это популярное слово вообще-то? Ну, не в моем круге, я вообще, да. Я просто где-то слышал.
Собственно, я жду насчет рисовки. А так просто интересно, если там, во-первых, другие механики, ну и в идеале их надо добавлять. И да, управление этим перемещением очень странное, потому что оно сделано вот таким хорошо управлять на геймпаде. Потому что там у тебя, ну, есть те самые джойстики, что ты можешь ручками, так сказать, направить. А вот делать это на кнопке, это то еще мучение. Ну, слушай, мне больше вопрос скорее насчет таймкиллер, или это, типа, какие-то уровни, вот честно. Да, требуется это сюжет, или это на то, что ты просто бегаешь, и все. Надеюсь, все-таки создатель с нами, и он ответит нам куда-нибудь. А чат Твича мы же проверяем? Я его периодически проверяю, так что... Ну, так, пока не написал... О, Евгений нам отвечает, мне кажется, это как раз и есть создатель, да? Ну, хочется верить, вот, по крайней мере. Да. Собственно, в принципе, пока на этом все. Ну, этот вопрос остался. В принципе, создатели, когда на него ответят, мы дополнительно обсудим. Так, я почему-то на странице 3D Portal. Так. Собственно, остается целая одна игра. А, и у нас еще из-за... Нам написал отдельно человек, потому что у него были проблемы с интернетом, очень мощные. Но он успел вовремя залить на GitHub. У нас нет его в списке игр на Джеме, но у нас есть к ней доступ на Гите, и, в принципе, в нее можно поиграть, мы ее тоже будем оценивать и тоже скинем экспертам. Игра вроде это до сих пор в конкурсе. Так что сейчас мы будем изучать игру Interdimensional, а потом мы перейдем к той игре, я не помню ее название. Собственно, смотрим страницу игры. Так, ну это, судя по всему, это скрины, это комьюнити. Так, тут вопросов нет. Собственно, игра у меня уже тоже скачана. Так, заходим в нее. Как она называется? Я уже забыл. Ужас. Давай описание еще посмотрим. Ну, в описании тут ничего нет, в том-то и дело. Тут именно что на загрузку возможность и несколько скринов. Ну, как мы уже можем заметить, оформление, конечно, в лоу-поле стиле, скажем так. Особенно это видно по деревьям, например. Ну, слушай, давай, типа... А, Евгений, это не создатель Киберпорта, это просто он отвечал, так сказать, по дискуссии, которая там происходит параллельно. Все, запускаю Interdimensional. Я не уверен, возможно, кто-то выпускал патчи прямо во время игры, прямо во время нашего стрима. Маловероятно, что он так делал. Вот, Interdimensional. Чаёк с, кстати, черный с молоком. Очень вкусно. И с джемом, да, Олег? Не, бутерброд у меня до этого был, но он был час назад, и он был с колбасой, простите. Так, у нас... Так, во-первых, замечаем, что у нас есть тело. Тело видно. Но это, конечно, не ноги, потому что у нас, судя по всему, персонаж не человек. Это видно. У нас как раз тот самый персонаж, который находится на главной странице. Это видно... Ну, который там находится в среди фоток. Вы могли его увидеть. Так, ну, судя по всему... Так, давайте проверим. Так, общий дизайн подсказывает нам, что нам через реку, правильно, не перейти. Тут видим порталы. Кстати, стилизованы они под такие, под зеркала. То есть сразу видно, что именно... Человек опирался не совсем на игру Portal. Ну, не совсем корректно реализован перенос физических объектов, но это не настолько важно, это чисто, ну, на доработку игры. Что сам факт переноса через порталы уже хорош.
Мне нравятся треугольнички, углы как сглажены, прям. Мне зашло. Еще раз? Я говорю, мне зашло, какие всякие вот эти сглаженные текстурки, это прикольненько. Ну, действительно напрягает, что при переносе, ну, что, судя по всему, этот кубик теряет вообще полностью коллизию. То есть он проходит свободно через объекты, его можно там потерять. Ну, или он не теряет коллизию, по крайней мере, он свободно проходит. Я, например, в одном месте игры из-за этого... Да. Вот, например, вот тут, если неправильно его поставишь на кнопку, то он просто вывалится из пола из-за физики. Ну и поскольку у нас... Ой, да, тут еще очень интересная физика, потому что у нас вот эта убермасса, и мы толкаем кубики мгновенно. Ну ладно, вот мы нажали кнопку, мы уже даже ее нажимали вроде. Во, открылась дверь. Вот как раз та самая дверь, и ой, то самое дерево из скринов. Ну, с физикой, да, бы поработать было бы неплохо. Да, ну, просто добавить так, чтобы было некое ограничение, ну, на перемещение объектов. Как это, например, реализовано, ну, во всех играх, которые от Valve на движке Source. Опять же, это в Unity же, да, сделано? Это в Unity сделано. Ну, там есть там в настройках, слушайте, это легко довольно-таки делается, чтобы кубик не проходил сквозь объекты. Если это только не задумано так, то как бы... Да, задумано, потому что в некоторых моментах, ну, я покажу потом, в общем, что... Хотя, мне кажется, это, возможно, так сделали по одной простой причине. Как вы видите, кубик проходит еще и через вот это. И, возможно, для того, чтобы он проходил через это, ему реализовали такую систему. По мне, тогда... Ну ладно, это, видать, к срачу, потому что это срач, я вот прочитаю. Даже свой комментарий вот это, да? Давай походим по локациям разным, интересно посмотреть, что там. Ну, судя по всему, чтобы пройти дальше, нужно кнопку нажать, так что я сейчас ее нажму. Дверь откроется, 701. Да, дверь открылась, наверное. А, да, предыдущая за нами дверь закрылась. Это, ну, понятно, зачем сделано. Но пока вот такое лайтовое путешествие тут с порталами. Мне не очень понравилось, что в рыжей штуковине была, типа, ну, грань одна такая, тоненькая стеночка. Я такой себе. Кстати, меня напрягает... Нет, сделано... Ну, порталы, кстати, реализованы хорошо. Ну, как бы... Портал, есть, да? Да, такое ощущение, как будто именно переход из комнаты в комнату. Потому что некоторые... Если порталы просто, чтобы он тебе... Там, если камеру просто воткнуть в точку, где находится другой портал, то тогда будет постоянно ломаться перспектива. Ну, он будет неправильно ее отображать и будет выходить постоянно троллинг. Прекрасно. По-моему, это такая, как бы... Если вы помните, в портале первом как раз была очень похожая головоломка, что требовалось пройти через порталы на платформу. Это была, по-моему, одна из самых первых головоломок, что требовалось пойти через порталы. Через порталы... А управление удобное тебе или нет? Ну, управление на Vast, оно, в принципе, сделано нормально. И в отличие, например, от той самой игры... С ружьем. Я уже даже название забыл, настолько она такая. У нее название очень незапоминающееся, я его уже не помню. Это что-то связано с чем-то. Нет, не черный ворос. Ой, это вообще не... Все, неважно. Да. Короче... более-менее нормально отстроенная сенса, то меня уже радует. О! Это, видать, был выход на следующий уровень. Так, ну, немножко платформинга, как обычно, мы же это так любим. Это мы еще по... Очень, конечно, быстрый бег нашей. Даже чрезмерно.
Ну и, конечно, у меня немножечко лагает. Видать, просто... Ну, как обычно, не помню. Я не удивлюсь, что у меня киберпорт не лагало. Почему-то она не лагала. Я так спросила. Да что ж такое? Короче, у меня кривые ладошки, и мы это поняли. Ну, в принципе, дизайн интересный. То есть сделан он, ну, своим стилем, в общем. Во-первых, модели все лоу-пули. Я эти углы, а я в них порезаться могу местами. Погоди, а покажи, пожалуйста, потолок. Мне интересно, что там наверху. Потолок, ну, просто... Кстати, он, ну, тут ограничение, видать, на, ну, это, на поднятие камеры, потому что до конца ее поднять вверх я не могу. Да, об углы, конечно, порезаться. Но я должен. Вот меня напрягает только то, что я вижу этот шарик, и на него натянута какая-то текстурка. А поскольку она, ну, а как ты ее, во-первых, увидишь, во-вторых, не знаю зачем. Я не понимаю, то есть я функционал этой штуковины, честно говоря, пока не особо понимаю. Про что? Про да. А, ну, предполагается, это такой дизайн, что, типа, мы как... Ну, помните меня, пожалуйста, все, которые любят «Звездные войны», это была одна из самых помойных частей. Слушай, звезд... первая. Ты на «Звездные войны» не надо. У меня челлендж был на «Звездных войнах», не надо. Я понимаю, но с 8-й или с 7-й, я не помню. С 8-й или с 7-й части они тупо скатились. Да, где-то надо было на какую-то либо кнопку, надо либо еще что-то поставить. Слушай, прикольно, мне нравится, в принципе, это интересно. Ну, хорошо. Мне кажется, поубавить скорость на shift, потому что он начинает просто летать как бешеный. То есть, типа, я сейчас это просто шага прохожу, тут прям вот разгоняться, куда-то лететь не обязательно. Тут и так все более-менее спокойно проходится. Ну, хотя, это, возможно, тут просто не надо использовать shift. Ой, я начала мне, честно говоря, немного не хватает экшена какого-то. Не, прикольно, но... Экшен, вероятнее всего, не предположен. Ну, пока это выглядит как такая, ну... Дистанция. Это так, ну... На лайтовый такой геймплей. Мне, я так понимаю, кубик специально сделан так с текстурами, чтобы он мог на кнопку, типа, быть, его классно на кнопку было. Кнопка, все, я понял. Просто до этого кнопки, они до конца проваливались в землю, и я это прям помню, что кнопки, если провалили в землю, значит, они прожаты. Да, блин. Да, еще, уровень заново запустился. Ну, вы поняли, в общем, как этот уровень проходится. То есть, вероятнее всего, нам даже это кубик, а дальше откроется вон та бура дверь. И уже это переход на следующий. А покажи... Ну да, слушай, это, в принципе... Не, прикольно, такая ходилочка интересная. Ну, да, ну именно что ходилочка. То есть, тут и не требуется такой мощный геймплей, где ты постоянно разворачиваешься на 380 градусов. Причем именно на 380. Настолько надо быстро все вращать. Ну, я не вижу ничего особенного с порталами, честно говоря. То есть, ну... Порталы как порталы. Они, типа, реализованы хорошо. Ну так, такие порталы можно сделать, вот, как в прошлой игре, которая со Скаром. Ну, и чё? Порталы реализованы, это прекрасно. Ну, не, они хорошо реализованы, но там, вот то самое видео, которое я включал, это... Полное подтверждение того, что по таким туториалам можно делать ровно такие же порталы. Просто тут это теперь налеплено как бы на... Ну, этот эффект и портала налеплены теперь не на овальную штуку, как в портале, а на такое зеркало, я бы так сказал. Потому что по форме, ну и по... Да, блин. Ну, кривые ручки. Ну, собственно... Я и не говорил, что я гений в прохождении. Я на уровне игрового журналиста играю. Мне подавали легкую сложность. Да. Тут сделано меню, кстати. Меню это очень, как по мне, тоже важно, потому что без меню мне постоянно приходится на Alt F4. Но это чисто субъективщина, то есть это на геймплей никак не влияет. Мы помним. Собственно, вот, Interdimensional была такая. Причем, судя по количеству скриншотов, это был завершающий уровень. То есть, возможно, ну, как-то из другого конца бы игры тоже показали.
В принципе, большой простор для допила, например, там более адекватные текстурки сделать, ну и в общем, более адекватного главного героя, потому что это просто шанс натянутой текстурой, а если бы, ну, просто дальше его надо там текстуру поменять, более сделать этой, менее шакалить. Да, момент ощущение было, что я как будто типа какой-то прозрачный чувак, который держит в руках какую-то штуку, а не что я есть этот шарик. Ну, то есть, может быть, изменить как-нибудь хотя бы обзор, то есть нельзя было так на себя посмотреть, там, не знаю, как бы опустив камеру вниз, а возможно как-то это доработать по-другому. Ну да, просто когда вниз смотришь, она закрывает почему-то весь экран. То есть она закрывает такой, ну, градусов 30 обзора. Если вниз смотреть, то есть даже смена, ну, шарика на более маленький, и вот это вот убирание вот этого конуса, причем даже если посмотреть на, видите, если посмотреть на скетч, на котором, собственно, судя по всему, он изображен, этого гигантского ободка тут нет. То есть если его сделают именно так, как на этом скетче, то это будет, ну, это будет уже лучше. Ну и повыше, конечно, его сделал, потому что, судя по всему, какой-то малоразмерный. А да, а что я про «Звездные войны»-то говорил? Потому что там вот этот BB-8 вроде, вот. Это... R2-D2. Не, R2-D2 это другое. Ну, понятно. Ну, понятно. Ну да, в общем, игра была годная, в принципе. Ну, она такая, среднячок крепкий, то есть она хороша. И в ней нет какого-то экстраординарного геймплея, типа, о боже, у меня сейчас взорвется голова от этой невероятной механики. Но при этом она, ну, она органична в своем, в себе. То есть оно, ну, оно при этом сделано не так, что типа, а нафига тут вообще порталы. Сделано хорошо. С любовью, я бы даже сказал. Так, собственно, сейчас небольшой перерыв, потому что мне надо теперь найти эту ссылку. Ну, перерыв буквально минуты две, потому что я сейчас просто возьму и найду ссылку на нашем общем чате для этих, для отменов. Где он? Ты хотя бы его закрой, не Полинос. А, для этого надо что сделать? Для этого мне надо прекратить трансляцию? Не, я пока не буду прекращать трансляцию, ладно. Собственно... Отвернитесь от экранов, сейчас я буду искать. Ладно, на самом деле, в принципе, я сейчас просто... По поиску, угу. Блин, такое ощущение, как будто меня из него удалили. Ужас. Меня удалили из него. Фу. Да, это ощущение, это правда. Да. Мне просто уведомление приходит, и мы не хотели, чтобы ты, чтобы все видели. А, я вас спалил, все, я... Не, я...
Так, всем приветики, я снова в эфире. И, собственно, хочется сказать, что, оказывается, игра, которая была у нас, так сказать, вне нашего ИЧа, она оказалась на Android, поэтому я ее просто физически не смогу вам продемонстрировать. Но при этом она все равно в конкурсе, и мы ее обязательно отправим экспертам. Так же, как и все остальные игры, представленные здесь. Ну, собственно, на этом все. Все эти игры находятся на нашем джеме. Вот, ссылку на джем вы все знаете, вы к нему присоединились. Там находятся все готовые решения. Ура, в том числе и Кацалотль. Можете его обязательно засунуть, Кацалотль. Прям клевая игра. Ну, клевая, потому что, во-первых, ее могут все заценить без скачивания, а во-вторых, потому что она клево нарисована. Остальные игры тоже прекрасные. Мне почти все понравилось, если честно. Почти все. Да нет, даже все. Мне все понравилось, потому что я бы многое из этого не смог за такой срок сделать. Там, например, какой-нибудь Gravity Lab, это надо еще постараться. Это прям очень-очень-очень хорошая игра. Так что мой топ примерный из лучших игр, ну, даже по номинациям, я бы так сказал. Сейчас по каждой игре, короче, коротенько пройдусь. Time Taker, самая первая игра в моем списке, поскольку, ну, вот так она расположена. Собственно, я ее осветил самый первый, ну, в ней хорошо реализован общий дизайн. То есть, в принципе, если его чуть-чуть допилить, сделать более... побольше текстур, побольше наполнения, то есть каких-то деталей добавить, не просто голые стены с проводкой. И, ну, исправить мелкие баги, например, тот баг с анимацией, в котором у тебя одновременно был и не шагающая версия, и шагающая версия, то вполне не дурно. Почему? И главная механика работает, ну, на все 100. То есть нормально реализован временной парадокс, то, что ты, если нажмешь на кнопку, на которую нажать ты не мог, и дверь закрылась, то это мгновенный выкид из игры. То есть хорошо реализовано вот именно это. То есть прям понятно, что человек вот продумывал, как можно будет сломать время так, и делал эту работу, чтобы выкидывало тебя в Game Over. Так, дальше. Shadow Girl. Ну, в принципе, игра такая. Игра... ей не хватает... не знаю, ей не хватает такого... ну, законченности некой. Такое ощущение, как будто это даже не демка. Это именно что альфа. Это именно что... ее надо просто очень-очень-очень долго доделывать. Нет анимаций многих, нет... История, в принципе, ну, такой, среднячок. То, что она есть, это уже плюсик. Потому что не в каждой игре, как вы видели, есть некий сюжет. Ну, конечно, этот скоробей, ты должен его подобрать, чтобы у тебя появилась главная механика, от которой, судя по всему, зависит экспириенс некий, назовем это так. Что если этот скоробей не подобрал, то у тебя игра, ну, игра проходится, ну, просто ты через шипы перепрыгнул, через врагов перепрыгнул, через третьего врага перепрыгнул, и все, игра Game Over. Так что, ну, просто ее исправить, ну, среднячок. Просто она не доделана еще, скажем честно. Дальше игра Лив. Илон Маск спасает жизнь Вселенной после апокалипсиса дней и до сих пор остался в подписании. Вот. Ну, я вначале думал, что игра будет какая-то более сюжет, но нет, она все-таки просто тебя выкидывает. Выглядит пока просто как таймкиллер, потому что в ней типа бесконечный геймплей, потому что все-таки там выглядит так, как будто, ну, там понятен, где находится переход между одним уровнем к другому, там из-за некого бага с загрузкой. У тебя это
планета позади тебя загружается несколько запоздало. Ну, или она загружается просто не в том месте. В общем, все вот это. Ну, сама игра, в принципе, интересная. Немножко исправить управление, сделать его более отзывчивым. И, ну, как-то, не знаю, допилить порталы, в общем. Тогда, ну, и сделать нормальное цветовое решение. Потому что, если ты залетаешь в желтый портал, ты все-таки надеешься вылететь в такой же желтый, а не в зеленый. Это просто нелогично. И все. А так, больше у меня вопросов к этой игре нет. В принципе, игра тоже крепкий среднячок. Ну, можно там вечерок-другой просто позалипать в нее. Black Lotus. Так, ну, я потерял уже половину некого удовольствия, потому что я один, а должно быть двое. То есть я уже сразу проиграл, но... Собственно, что я могу по ней сказать? В принципе, ну, во-первых, хорошо оптимизирована. Ну, понятно, почему она оптимизирована хорошо. Она не особо нагружена. То есть в ней нет такого большинства всяких анимаций или чего-то еще. Ну, то есть просто вот это уже дальше вопрос субъективный красоты. Там добавить каких-нибудь красивых анимаций для шипов, анимации красивых для ходьбы, анимации красивых для чего угодно, добавить задник красивый, ну и так далее, и тому подобное. Продолжать можно очень долго этот список. Так, дальше. Ну, по самому геймплею. Мне его сложно оценить, потому что я играл в него один. Ну, хотелось бы добавить что-то из разряда мультиплеера, собственно, не локального, а именно что по интернету. Это, по-моему, можно реализовать средствами Unity. Да, можно. Но это уже как бы тоже субъективщина. Можно с таким же успехом и с локалкой только. Собственно, порталы. Порталы есть. Порталы работают уже хорошо, потому что я помню версию, где они не перемещали игрока. Они... Да, видать, был какой-то баг, из-за которого эффект появлялся. Он на секунду перемещался куда надо, потом возвращался назад. Работало это неправильно и не работало, в общем. По остальным сказать не могу. Ну, шипы работают хорошо. В принципе, тактические какие-то стратегии есть. Там поставить шипы в какой-нибудь отдаленный кусок, телепортировать туда человека. Но геймплей в итоге сводится к одному, что ты либо запускаешь метеорит, либо шипы. Либо метеорит, либо шипы. Ну, просто немножко расширить арсенал карточный. И, ну, это также относится, в принципе, к настолке, если ее выпустить в аналогичном формате, только в реальной жизни, ну, то же самое, надо будет добавить туда карт. А так, в принципе, ну, если у тебя есть друг, причем он с тобой вместе с одним ПК, то, в принципе, ну, тоже можно позалипать, конечно, много чего нужно в нее добавить. А так, неплохо. Дальше. Дальше у меня находится Куб Сфер Коридор. История о кубе, который хочет стать шаром. Да, игра такая. Претендует на типа некое высказывание. Высказывание. То есть некий глубинный смысл в ней есть. Собственно, кто тут печатает? Боже мой. Повыше сенсу сделайте у микрофона, прошу. Чай закончился. Ну, в принципе, игра подлагивает. Но понятно почему. Потому что, как сказал Артемий, когда он тут был, она реализована на постпроцессинге, насколько я помню. Она реализована на постпроцессинге, встроенном в Unity. Он не настолько хорош. То есть, если реализовать другой алгоритм, она будет лагать в разы меньше. Ну, возможно, это еще связано с моим компиком, но... Опустим, в общем, это. В принципе, геймплей, ну, предельно прост и понятен, самое главное. То есть это... Некоторые игры от этого страдают, потому что они ничего не объясняют. То есть там приходится тебе лезть, например, как в случае с Shadow Girl, мне пришлось лезть в видеопрохождение, которое нам заботливо оставил автор. В других случаях, ну, приходится как-то каким-то образом самому додумывать и что-то протыкивать. Тут
все предельно ясно. Там написано пресс Е. Значит, надо прессануть Е. И дальше эти механики друг с другом спокойно сочетаются. То есть дальше это уже, наверное, если ты долго в нее играешь, это на уровне рефлексов. Это как в шутерах. В шутерах тоже, если много в них играешь, ты даже не замечаешь, как у тебя пальцы встают на вас, ты уже знаешь, что прицеливаться на правую кнопку мыши, а стрелять на левую. Ну, вы поняли. Ну, тоже, ну, такой. Я все называю среднячком. Да, это среднячок тоже. В принципе, если немножко изменить вот этот постпроцессинг, то будет летать на всех ПК. Ну и немного исправить тот уровень с платформами, потому что он явно... Такое ощущение, что непроходим, потому что, как вы помните, когда я его проходил, там платформы были расположены так, что просто дальше не пройти с ними. И это все. Gravity Lab. Gravity Lab — клевая задумка. Ну, даже не так, не задумка, а именно клево реализованная механика. Механика сделана, правда, хорошо. Механика сделана хорошо. Ну, с ней можно понаделать многих различных головоломок. Если добавить туда еще что-то, то это, ну, то это поддержка всех браузеров, потому что там, ну, как вы видели, у меня не отображаются лазеры, например, и двери, то есть все, что движется, изменяется, кроме самого уровня, это, видать, уже статичная структура, и кроме главного героя, ну, понятно. Дальше. А, ну и хорошо сделан дизайн, мне понравился. Понравился, да. Мне понравился, вот. Мне понравился дизайн, он... Ну, он не перегружен, скажем так. Он сделан минималистично и поэтому хорош. То есть там нет никакого нагромождения деталей лишних, нагромождения каких-нибудь дополнительных... в грязи в каком-то низу экрана или что-нибудь в этом духе. То есть просто сделано хорошо и минималистично, как вот, ну, как постоянно упоминаю, первый Portal. То есть там сделано все в таком минималистичном белом стиле, и только в конце игры уже ужас. А, опрос по зрителям и симпатиям? Ну, прямо сейчас будет, я быстренько закончу. Все, я сейчас быстрее буду. Извините, что очень долго. Кацалотль. Хорошая рисовка. Интересная задумка, ну, немножко допилить последние уровни и, наверное, и все, наверное, ну, разве что сделать тоже поддержку всех браузеров, немножко изменить расширение, потому что, да, иногда появляется белая полоса, видать, из-за того, что не прорисованы до этого расширения, которое у меня на экране сзади. Так, лабиринт. Лабиринт очень-очень интересная задумка, но именно что задумка, это демка. Потому что в ней не хватает контента. В ней именно что интересная механика, интересная реализация, интересное, ну, создание самого уровня. Во время стрима произошел баг. Из-за этого вы не узнали новые механики, с помощью которых нужно было проходить. Да, наверное, ну, потому что я дальше просто не прошел из-за этого... Из-за этой штуки. Наверняка там были новые механики, я в этом уверен. Каюсь, да. Я не смог пройти ручки из попки, все вот это. Да, продолжим про лабиринт. То есть если в нее добавить дизайн, то есть кто-то вам нарисует там текстурки, нормально доделает там детальки мелкие, там раскиданное что-то, можно сделать вполне себе такой годный... Что-то годное, скажем честно. Ну и немножко изменить, там, добавить новых целей для уровней, а не так, что найти два ключа, и сделать, ну, и все. Собственно, это все. Меня только дизайн напрягает, а так это прекрасная задумка. Может допилить там еще каких-нибудь... Да. Ой, да, надо очень быстро. Все, извините, я прям очень заговариваюсь. True the Portal. Ну, я уже все про нее сказал. Она как будто понадергана из разных кусков. Просто сборная солянка. Вместе эти механики не работают. Вместе механики эти не работают и работать не могут, потому что когда ты добавляешь
порталы и пушки. Причем пушку даже воспользоваться ей вот где-нибудь нельзя, потому что я просто не нашел такого уровня, в котором именно враги, по которым надо стрелять. Можно было подумать, что это фасолины эти. Но нет, эти фасоли нужно собирать. Тоже новая механика, которая нафиг там нужна. А в первом уровне вообще непонятно, куда надо идти. Там как будто есть какое-то завершающее место, где должен уровень закончиться, но я его не увидел. Все. Дальше, ну и все. Игра такая, даже это не среднячок, это что-то меньшее. Ну, то есть, там и задумка неинтересная. Ну, в смысле, что странные механики реализованы. И дизайн не очень. Она такая, ну, это чисто субъективщина. Может, остальным понравится. Киберпорт. Киберпорт. Ну, собственно, обратное. У меня все обратное, что я говорил про лабиринт. Очень клевый дизайн, очень клевая музычка. Но непонятно, это убивалка времени или... Убивалка времени или что вообще? То есть третьего уровня и последующих, судя по всему, нет. И так далее, и тому подобное. Ну, хотелось бы и еще нормальное управление сделать, потому что на V и S управлять бессмысленно. Лучше добавить в таком случае управление на мышку. Ну и сделать, соответственно, там нормальную до конца заморозку при прицеливании, так сказать. Interdimensional. Вот, ну, просто хорошая игра. Там, ну, сделаны нормально механики порталов, сделаны нормально уровни. Ну, минималистично, со вкусом. Чуть-чуть изменить главного героя, потому что прям очень-очень он крупный. И поменять нормально физику кубика, потому что он проваливается сквозь стены. Это ужас. А так все. Ну и последняя игра на андроиде, поэтому я в ее пока не играл и потом, наверное, поиграю. Ну все. Собственно, наверное, надо теперь делать уже опрос окончательный. Опрос окончательный, вероятнее всего, мы будем делать сейчас в виде викторины, чтобы нельзя было переголосовывать. Это не означает, что там есть какой-то правильный ответ. Это означает, что просто нельзя переголосовать. Ну и да, либо мы сделаем, чтобы только капитаны проголосовали, но это... Для этого нужно выделить капитанов. Написали свое мнение. Не знаю насчет мнения. Как это брать? Меня видно? Надеюсь. О, у меня столько стыдных подписок в Телеграме, боже. Я только сейчас понял. Бредятина. Так. Ну, собственно, всем спасибо. Всем пока. Сейчас мы сделаем опрос. Вам его скинем. Ну, сейчас придумаем. Сейчас мы придумаем, как мы будем отголосовывать вас. И... Короче, мы сейчас все сделаем. Ждите очередных объявлений в канале. Все будем постить, да. Публиковать. И только эксперты все оценят и просмотрят. Да. Мы сразу результаты выложим. Вот. Всем пока.